больше нового? Да, пока я особо ничего, пытался вот Warzone стримить. Warzone? Не вышло. А что такое? Пока не потянул. Он тянет эту игру без стрима, но со стримом. А, да, есть такой, блин, я раньше на ноуте играл, он вообще перестал тянуть вообще все. Ну, просто. Так, а ты меня пригласил, да? Сейчас приглашу. А, секунду. Окей. Потому что он у меня в релей не работает, ну, то есть я его выключу, мне бесит. Так, блин. Сейчас у меня по-другому придется сейчас сделать. Мне сначала одну штуку надо будет закрыть предварительно. Потом вас стрим пригласить. Придет. Так. Хм. Что ты там за квесты выполняешь? Ну, сейчас я выполняю квест для промоута. Промоута дриллера, как конкретнее. И у меня еще остался квест Rival Escalation. Точнее, этот, по эскалации противников. Точнее, конкурентов. Не знаю, как он по-русски называется. Как он знает. Окей. Блин, ты же дриллер рассказал, используешь. Ну, у меня два любимых класса, дриллер и инженер, но сейчас переключусь тогда на дриллера. Привет, секунду. Товарищи вымышленные персонажи. Здорово, здорово. Hey, короче, привет. У нас Волтер пускай хостит. У него больше прокачанных персонажей. Так. Двухзвездочный бурильщик, однозвездочный инженер, серебряный стрелок, двухзвездочный разведчик. Подожди, Андрей, Жуков это новое оружие, которое что ли для инженера? Жуков это старое оружие, это ППшки его. Я с ними часто. А что за обновление? Лицензии у меня какое-то. Ну, ты должен открыть, это второе оружие разведчика. Ты должен сначала открыть Жуков, потом ты откроешь плазму автомата, потом ты откроешь эту арбалет. А, у меня активная, подожди, дифракционный расщепитель. А, я понял, ну ладно. Если автоматом как-то умудрюсь выполнить, будет замечательно. Отлично. Вольтер, давай ему расщепитель выполним. Так давай. Какая разница? Давно подожди, а нахрена он мне? Нам-то какая разница? Да, да поскорее забейте. Откроем для тебя, поскорее откроем для тебя все оружие. Это все открыто, мне осталось вообще два апгрейда на рентген, и у меня будут, в принципе, все апгрейды на оружие. На всех. Я не знаю, зачем я это делал, но я решил это сделать. У меня просто и так все замечательно. Давайте попивасику. А, окей. Я, конечно, понимаю, что Вольтер, что тебе привычнее вино. Все-таки ты ж мафиози, все дела, но... Ну, итальянцы пьют пиво? Давай так, сейчас в современном мире все пьют пиво. Да. Кто-то, наверное, не пьет. Подожди. А, вот, вспомнил. Я вообще управление забыл. Все культурно освоились и да. Пришли к пиву. Не, ну мне, как жителя Чехии, это, в принципе, вообще норм. У нас тут эти фестивали пива, блин, постоянно идут один за одним. Угу, великолепно. Которые я большинство пропускаю, конечно. Да, конечно, рассказывай. В смысле? Твич, я пиво не пью вообще за здоровый образ жизни, там, я не знаю. Мир, дружба, жвачка. Рассказывают, что у дальнобойщиков есть такая штука. Что они, когда хотят получить состояние алкогольного опьянения, но чтобы запаха изо рта не было? Водочные клизмы делают? Да. Так вот, ты пиво не пьешь. О, ужас. Я об этом из другого знаю, но мне про работников завод говорили об этом. Американские студенты вроде таким еще балуются. Это что за студенты такие? Типа, студент без перегара не студент. Хотя они делают это с пивасом, кстати. С пивасом? Знаешь, такой мем. Алкоголь враг студента, но студент врагов не боится. Ну, там, типа, что нас не убивает, делает нас сильнее, типа, доказано на практике. Ты что, пытался выпрыгнуть из окна, но не получилось? Андрей, я... Ну, короче, я живу на втором этаже, но у меня спереди за окном, типа, навес парковки. То есть, если я захочу выпрыгнуть из окна, я не убьюсь. Ну, Макс, можно пафосно угрожать собеседникам? Я сейчас скинусь! Ладно, Андрей, давай ты эту тему не поднимай, потому что, типа, ну, я да, говорю, смешно. Твич что-нибудь додумает, будет плохо. Охуеть будет комбо, сразу два твич-канала забанят от меня. Не, ну, найдут кого-то одного.
типа, Волтер в мафиозе, он знает, где скрываться. Ну, он да. Заляжет на дно в бригге. Волтер, пас. Господи Иисусе, вы нитру пропустили, я пытаюсь ее добыть. Ну ладно. Да, серьезно. Я добуду нитру, иди это добудь жемчуг, окей? Окей, окей. Я серьезно говорю, если я в коопах с кем-то играю, я вообще не смотрю, что на игре происходит. Я что-то на автомате делаю, короче, оперативной памяти головы Макс, мало. Че? Макс! Че? Че? Вернись ко мне. Че? Где я застрял? Что такое? Это Step Gunner Help. Step Gunner Help? Ну это как сводный брат. Да я понял, куда? Вот, видишь, как-нибудь про какой-нибудь путь про. А, во, я убил, хрена себе. Великолепно, Молли. Путь, Максим, путь. Путь? А, он Троскин. Троскин. Попробуй. Макс, а почему ты играешь, кстати, не за скаута? Потому что я оружие открываю. Так можно играть за любой класс. Да. А, ну... Неважно, каким классом ты играешь, главное, чтобы задание активно было. Да. Подожди, оно появляется-то из-за чего? Из-за прокачки персонажа? Да. Макс, я тебе даже так скажу. Ну, если ты выполняешь задание на повышение, выгоднее играть с другим классом, чтобы тебе опыт капал на этот класс. Ну ладно, я в следующий раз могу взять этого. Не, я тебе просто рассказываю, Макс. Ну окей, окей. Блин, короче, сегодня занимался тестированием приложения, но очень классно. Умудрился, но если что, когда вы пытаетесь тестировать приложение, вам нужно какой-то процесс мониторить. Я умудрился перепутать, какой процесс мониторю. Все сделано приложение, ну там типа кэш стер на браузере, еще что-то. То есть оно типа этим занималось. И потом понял, что ничего мне не записалось. И вот самое забавное, когда я буду представлять свой доклад, ну там все, что сделал на полностью пустом компьютере, я не знаю, может засорить, конечно, за 2 дня и снова почистить. Но там практически, то есть, клинер поработал и, ну, грубо говоря, он вообще не напрягал компьютер. Я такой, Че? Предупреждаю заранее, вы в среду первую миссию выполните без меня. Ты, типа, позже выйдешь? Я опоздаю. Мы в 8 стартуем. Так, всегда у нас фазмофобия, да? Да, фазмофобия. В среду, да. Шикарно. Короче, да. Будем орать, слышь ты! Тоже. Андрей, не надо! Я тебе миллиард раз говорю, лучше не надо. Ладно, ты типа подставишь не только меня, а еще и остальных людей. А если я буду кричать, это без микрофона? Ну, смотри, можно. В одну комнату. В одной комнате буду. Без. Нет, подожди, но ты же в курсе, что мой микрофон не через Дискорд слышим? Да, ну да, я буду. В смысле, я в том смысле, что вы будете как персонажи в другой комнате, вы меня слышать не будете. Ну, в такой ситуации, наверное, можешь. Что, Волтер? Не, ничего, как знать. Не, ну, как там звук распространяется, я не знаю. Я буду в доме, вы меня не услышите никак, без рации. Смотрит только рацию случайно включи. В доме тоже быть. Не знаю, я обычно путешествую в доме. Редко вижу, чтобы кто-то оставался так причем в машине. Надолго. Кстати, ты с нами не играл. Я рассказываю тебе, как будет проходить наша игра. Чтоб ты понял. Mm-hmm. Okay. Мы приходим, я умираю, вы уходите. Ну, последние разы примерно так и было. Типа, увидели твой труп, такие, окей, тут нехорошо, пошли отсюда. Ой, человек, привет, спасибо, что фуллером стал. Это, по-моему, детдом писал или кофемен, типа, зашибись стратегии, пришли, убили, Андрея ушли. Да, там что-то такое было, но ты еще со страховки деньги зарабатывал, да. Блин. Так, я что-то от вас отделился, вы там еще где? Это а что мы собираем вообще? А маркит? Вообще хоть немного маркита кто-нибудь видел? Кстати, маркита тут дофига. Вон доброго маркит, времени суток. Вон маркит. Так, алло. Да, Макс. Че? Как день прошел? Ну, я рассказывал, что я делал, а на работе, как бы... Ой, у нас тут кое-что интересное. Есть. Слушайте, тут что-то я какой-то проход нашел. Вначале там был притарианец, ну, такой зеленый, с зеленой задницей, который нормальный. Потом, типа, этот танк, который, типа, крутой. Такой же притарианец. А теперь там идет бомбер. Большой. Что-то какой-то странный коридор, я вам скажу. Макс, называй его, как мы привыкли. Я не знаю, как вы привыкли. Как вы привыкли его называть?
Мы с тобой его Бубоном все время называли. А, Бубон, точно. Серьезно, Бубон. Да, Бубон. Ну он же весь в этих струпьях. Как его назвать? Бубон. Он Бубон. Так вот, короче, этот Бубон делает тоннели сам. Да, кстати... Так, кажется, меня придется поднимать. Рассказываю... Так, Дарк тут? Кто? Возможно. Да, модератор или кто-то, типа, это, с канала? Да, это... Кто? Это тот, кто меня банил. Андрей, те, кто только не банит. Короче, Стимон мой слушает. Давай так, Давид меня забанил, потому что я ему сказал бань. Хотя, в принципе, тут так же было, но все равно. Ну да, ты сказал бань. И тебя забанили. Ну, у меня рефлекс. Если мне говорят, сейчас забаню, я говорю бань всегда. Так, Андрей, ты не доведи до того, чтобы сказали тебе это. Тебе ж не просто так говорят. Ну да. Так, не, ну Давид сказал в шутку. Мне все равно сказал. Ну, я не знаю, просто бывает, когда, типа, можешь подбешивать. Да-да-да. Я не спорю. Так, ну так вот, этот, Лидар, гляди. Ау. Есть Рейвик. Это самый мелкий пиздюк, который беленький, который убивается киркой. Киркой убивается кто угодно, Андрей. А? Киркой убивается кто угодно, ты плохо старался. Вперед на Бубона, давай! Давай! С киркой на Бубона! После Бубона, после этого идет это, что называется. А? Вейнбаба. Чё, подожди, Иглифидов. Шо? Где вы нашли его вообще? Так, ах да, я же не инженер. Короче, товарищ инженер, ставьте турели, пожалуйста. Куда? Я туда поставил. Вон он. Иди к нам и ставь у нас. Ну, Эр, нажми на сама пьет. Нормально, я в курсе, Андрей. Да уже поздно. Сейчас подождите. Это все из-за Андрея. Сейчас. Эр, отойди, пожалуйста. Обожаю запах напалма. Ты посмотри, все, пара спреев напалма и все мертвы. Вроде как Дарк спрашивал про лор жуков, а я знаю лор жуков. Так вот. Потом после этого идет вот эти вот, которых мы убиваем, вот эти вот солдаты. Ладно. Ну, это эволюция. Взрослые, это как это называется, взрослые глифит, это вот этот, который претарианец. И самое верховное, это вот эти опрессор, или как он правильно называется? Да, по-моему, опрессор есть, да. Это самый большой. Подожди, а типа боссы, они типа вообще отдельно по шкале? И ты не заметишь, Максим, ты не заметишь, что боссов мы убивать достаем из кокона. То есть они, по сути, личин. Ну, и наверное. Слушай, я думаю, что это коконы все-таки. Не, это коконы. Ну, кокон, значит, равно... типа, переход на следующую стадию эволюции. Да, это переход, но это все равно, мы достаем переходную, мы еще не до конца развитую остров достаем, я в этом правильно. Да, мне кажется, бабочка, когда вылазит, она довольно-таки развита. Так мы... Ты-то бабочки и кокон-то не разрываешь на середине эволюции. Ну кто знает, кто знает. Вау. А ты исследователь. Ты сейчас кому, Максиму или мне? Максим, да. Кокон разрывать посреди эволюции. Я разрыватель много чего. Не только коконов. Максим, разрыватель. Да. Ну, в основном своего, но все-таки. Так это я тебе анусы-то разрываю. Себе, а не мне, Максим. А, себе? Просто Максим любит играть и... Знаешь, какая у него любимая фраза на игре? Какая? Спасибо, игра! Спасибо, игра. Да, блин, ты знаешь, ты когда играешь, и какую-нибудь жопа тебе выпадает, ну, блин, а кого благодарить? Себя, что ли? Жизненно. Так что... А вот эти вот здоровенные бубоны вырастают вот из этих, которые мелкие самоубийцы бегают. Ну да. Ну, говорится, что не все вырастают, потому что большинство мелких все-таки взрывается в процессе взросления. Ну окей. Как-то мы неравномерно. Что? Как-то мы неравномерно эту пещеру исследуем, мы толком тут еще не досмотрели, что есть. Да, ну можно вернуться, как бы. Ну да, давайте лучше досмотрим этот кусок Максим, пещеры. Че? Кирилл Баратра в мусор пускает. Дедом, который? Да, дедом. А он что, с нами будет играть? Я не знаю, но он сейчас, буквально сейчас у меня оверлей да включен. Просто если мы будем собирать народ на Баратраму, проблема в чем? Сейчас Жек работает в ночную смену.
Я знаю. То есть самое оптимальное играть в субботу-воскресенье. Ну, блин. Короче, нифига тут нет. Че? Короче, нифига тут нет больше. Вот. Я думаю, Вольтер, мы же, я думаю, договоримся, если будем играть в Баратрауму, так же? У меня нет Барат... Стоп, а у меня есть, я не помню. Мне надо проверить, я не помню, забрал ли я ее или нет. А еще не стал продавать, что ли? Нет, нет, я на распродаже мог ее взять. А-а-а. Кстати, сейчас вообще посмотрю. Ну-ка. Библиотека, Я тебя охраняю. А, есть, есть, все, все, есть. Есть, нормально. Я ее только никак ни разу не запускал, вообще не знаю, как в ней играть. Слушай, давай так. Кто, все, кто будет играть, по-моему, ни разу ее не запускал. Ну, может, я не знаю, может, Давид запускал. Да, ну не может быть, я запускал, он же говорил, что играл. Эй, как он играл, не запуская? О бой. Это особая армянская техника гейминга, Максим. Да, ну а не, есть, конечно, типа, спинал. Понятие прохождения на Ютубе. Да. Блин, а вот эта зеленая хрень, она же не уходит. А, нет, уходит. Уходит. Которую было срут мухи, она уходит. Ага, окей. Изначально, да, я просто помню, типа, на каких-то локациях такая вот хрень есть. И просто звездец. Ну, такая окей. Неудобно. Жижа. Так, ну я не знаю, будете, если собирать. Вот, короче, вам. Макс, как мы туда заберемся? Мы тебе тут что, спайдермены? Надо скрафтить взять. Верил? Следующий. Инженерная мысль. Макс, Васька скаут, он сказал. Чё? Он говорит, ты скаут. Нет, я в следующий раз скаута возьму. А. Максим нет. Возьмёт, и ему качать скаута. Да, Андрей. Да я могу взять скаута, спокойно. Раскомандовался. Да вообще, Андрей, себя капитаном почувствовал. Я слышь? Ох, ещё маркит. Да офигеть, сколько тут маркита. Зовите меня Пётр. Я уран нашёл, нормально. О, найс. Уран? Это ты про что? Уманит. Максим, ты определись, блин, что у тебя так, уран? Так, стоп, стоп, уманит, стоп. Он... Я правильно понимаю, что это? Где? Вот это. О, бой, мачи-то, мачи-то. Я вообще рядом с ней прошел. А, подожди, а что она на меня не напала? У нее, видимо, ты радиус, скажем так, щекочешь. Ну, да. У меня просто с ней было сложно разобраться, у меня же дробовик. Ну, у меня пистолет есть. Так волна идет? Нет, это просто враги. Ну, вот мне в чате говорят, это было мирное щупальце моего. Мирное щупальце? Ну да, блин, оно хотело подружиться. Его наверняка звали Алёша. Максим, оно хотело подружиться, снять с тобой хентай, а ты... Хентай со мной? Jesus fucking Christ. Не, ну учитывая, что я снимаю все видео на порнхабе, то типа Максим, мы не такое можем снять. Чё? Можете кое о чём попросить? О чём? Можешь переводить мне Вольтера периодически? А чё с ним? Это базовая штука, это знать надо. Ты чё сказал, Jesus Christ или чё? Ну да. А, Андрей, это... А, боже мой! Да. Ну, точнее, конечно... Ну, о, Иисус Христос! Ну, так. Дословный перевод, ну, вот. Да. А смысловой это, боже мой. Да, именно. Американцы там больше в Иисуса верят, чем в Бога, так что. Я не особо в курсе, как протестантская церковь работает и откуда это вообще. А ты не знаешь про концепцию триединого? Не, ну у нас-то по-другому. Ну у нас как раз триединый. Отец, сын, триединый. Три форс из Зельды. Фак, не я тут был, у меня чё? Забанят! Кого забанят? Да. Пойдет инквизиция, нас всех забанит. Испанская? Возможно, никто не ожидает испанской инквизиции. Вот именно. Вот это вот, этим она и страшна. Испанцы! Испанцы! Андрей, синьори. Глушит капец. Так, мы откуда пришли вообще? Макс, ты сам меня спровоцировал вообще-то. Чего? Окей, мне скидывают разведданные, говорят, что это пещерная лоза, она только щупает и все. Только щупает? Не, ну тогда получается, зря мы ее убили. Она только щупает. Подожди, откуда я маркит собрал только что? Он где-то тут валяется, что ли? А, серьезно? Ну я, видимо, уронил. Ну у тебя, наверное, все переполнено было. Максим. Че? Если бы ты был примархом, каким бы примархом ты был? Если я был бы примархом, я был бы сам сексуальным примархом, я был бы Саней. Какой, стоп, так какой Саня, ты бы был тогда фулей? С
Какого хрена я фули, типа... Ну ты же сказал, самый сексуальный. Блин, да. Ну, не, подожди. Самый сексуальный Саня, но учитывая, что единственный трап это фуля, да. Я был бы фулгриму. Топ, это же фули в жопу грушу засовывали. Блин, там... Андрей, это Вархаммер, там кому-то вообще не засовывали. Спокойно. Не, буквально, в смысле... Поясню для Вольтера. Груша, в смысле не фрукт, а в смысле специальный пыточный инструмент. О боже. Я не силен в лоре Вархаммер, но это звучит интересно. Он, это буквально он стал примархом, демон-принцем, слонеж, поэтому ничего удивительного. А, тогда тем более. Ну, это выглядит как буквально как груша, она тут засовывается куда надо и потом расширяется. Ну, а дальше сам, я понимаю, я думаю, догадаюсь. О боже. Происходит разрывание. А я такое настоящее видел в Праге из секс-музей. Да, ну, очень весело. Вы куда убежали? Да я не знаю, я куда-то пошел, типа, посмотреть, что там, оказывается, вы назад мы тут уже ходите. Были. А да. Я пошел за Максимом. Мне... Потому что я же говорил, что я... Андрей, ты, типа, со мной не первый раз играешь. Я, как обычно, куда-нибудь думаю, что у меня топографический кретинизм. Я не могу одновременно говорить и смотреть, куда иду. Короче, идите ко мне. Понимаю, потерялись по-австралийски. Вольтер, дай нам знак! Сас. Сас. Нет, не будем высосать, отстань. Господи. Я не интерпретировал как. Только об одном и думаешь. Ну я же думал, Максим, мы на стримах. Да, еще? Конечно. Ты меня тут не обвиняй. А кого мне еще? Давай так. Чё? Вольтера мне обвинять сложно, потому что я его знаю вторую неделю. Вау. Изи. А ты мой друг, как никак. А что? То есть друзей можно обвинять. Понятно с тобой все. Знаешь, по-доброму. Уровень доверительного обвинения. Максим, я настолько тебе доверяю, что я готов вводить тебя по мутантам точка отсчета. Ну, Андрей, я настолько тебе доверяю, что я не хочу у тебя водиться. А, да, не друг, а так. Не друг, а так. Да вот этот друг должен был, типа... Старфайндер водить. Вот что-то не вижу так я Старфайндер. Я не виноват, что нас два игрока кинуло, Максим. А кто второй? Ну, Алиса и Саша. А? Я понимаю, что они по сути это как там называется, как во вселенной Стивена это вот единый организм. А, я уже Александр спросил, но он сказал, что до июля точно свободе не будет. И я такой, на. А я вот. А мы могли бы поиграть в мутантов точка отсчета. Ну, да блин, мне не нравится типа с говном и палками, блин, бегать. Типа с инструментами из говна и палок. Я так и быть разрешу найти тебе автомат, все хорошо. Какой автомат? Мне нужен силовой доспех серого рыцаря. Которым я пользоваться еще смогу. Давай так, я погляжу питомник Альфа, но по-моему в нем не было этого лута. А мехатрона и Элизиума у меня нету. Ну. Так что извини. Ну я и говорю, то есть, типа, чё мне там делать? Power Armor'а нету, ничего нету. Я тебе разрешу взять класс босс. Будешь боссом. Чё? Эбаус. Эбаус. Бас в Джи. Ну, собственно, просто гляди, в этом поселении мутантов есть босс. И один из классов, который может взять игрок, это босс. Так что он, по сути, будет босс, одним из этих боссов. Шикарно. Для моего взгляда забавно, если игроковать будет боссом. Ну, я даже не знаю, что там классы делают, чтобы как-то удивиться или сказать, о, круто. Макс, ну давай так. Что делает класс разведчик, я думаю, ты догадаешься. Но если он такой же класс разведчик, как я играю в этой игре, то я знаю, что он делает. Но класс железячник, я думаю, тоже можно догадаться. Ну, наверное. О, боги, еще одна штука. Подожди, ну тут у патроне. Дай пощупать. Вот видишь. В смысле, что вы сделали? Он исчез? Оно ж мирное было. Он его убил. Да-да, я видел. Было бы жаль на щупальца. Он превратился в меня и убил его киркой. Что так и было? Эх вы, люди. Кража личности. Максим, на самом деле, кроме класса раб и класса босс, те остальные классы очевидны по названию, что, для чего они нужны. Ну, походу. Ну, потому что, ну, железячник. Догадайся, что делали железячник? Живет на планете железяк. Ну, железячник — это аналог инженеров. Ты, Андрей, я понял. И вот данная концепция мне не очень хорошо заходит. Ты не хочешь развивать свое поселение?
Нет. Я хочу карать грешников во имя императора. Что, Вольтер? Золото, золото. 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 Макс, у тебя, по-моему, лучше это получается, скажи ты. Золото? Нет, нужно больше золота. Нужно больше золота. О, вот это вот похоже. Нужно больше золота. О, да. Жизнь. О, вот это хрень. Ну это улей. Где? А нахрена они нам или чё? Парни жили в общаге, подошли какие-то поцы, типа сожгли общагу. Ну вот, я бы тоже не. Там гопники жили, они нас постоянно жмали. А вот это тоже другой плохая, не так ли? Где? Дай посмотреть! Мак, кто накинется к моему пиву? Мак! Она уже его достала. Это моя Балтика 9. У меня до сих пор, кстати, забавляет, что в рекламе Балтики девятки снимался, то есть, не Балтики, а Охота крепкая. Снимался Винни Джонс. Да? Не, ну ты знаешь, это так же, как Арнольд Шварценеггер в Японии там снимался в какой-то странной рекламе. О боже, не, Шварценеггер вроде бы энергетики рекламировал. Или тоники. Да там вообще хрен поймешь, что он рекламировал. Тоники рекламировал, точно. Не, ну просто, по крайней мере, лицо Винни Джонса на банках Охота крепкая была. А как тебе, типа, этот, кто Росомаху играл? Хью Джекман, типа, рекламирующий шашлыки. Какие шашлыки? Ладно. Да это старый прикол. Там, типа, он стоит в образе Росомахи, и у него, короче, типа, на когтях шампуры. С мясом. Ребят, ну что, Владивосток 2000? Что? Ну, в смысле, уходим. Охренеть отсылка, я не понял ее даже близко. Половина отсылок, Андрея, хуй поймешь. Давай, Вольтер, догадайся, какую игру я называю круассан? Я без понятия, это настолько далекая глубокая отсылка, что я даже за километр... Ты знаешь, какие круассаны 7 Days? Ну да. Ну так вот, есть такая игра 7 Days, туда. Господи Иисусе, ну ты и загнул. Давай так, как минимум одному стримеру моя это как-то метафора или что это как-то. Ты понимаешь, нужен особый уровень интеллекта, чтобы понимать твои отсылки. Короче, один стример теперь так называет свои стримы, типа вечерний круассан. Завуалированное название, наверное, вот как-то так. Нет, ты не понимаешь, нужен особый уровень интеллекта, чтобы понимать его отсылки. Как я понимаю, около минус 200, да? Ну, где-то да. Не, я бы, наверное, сегодня бы понял, Андрей, если бы не было бы кучи работы, и ты меня с этим 7 Day, типа, просто задрал. А я сижу, жду, когда ты среагируешь, а ты игноришь, сволочь. Ты че я игнорю? Блин, у меня работа как бы. Я сижу, мега крутого специалиста изображаю этот про круассаны что-то пишет. Я такой. Кстати, а что такого нового в 7 Days to Die, что все стали в него играть? Ну там вроде как новая альфа вышла, что такое. Она до сих пор в альфе, серьезно. Ну я думаю, она как DayZ будет вечно. 4 года назад играл. По-моему, это играет в альфе. Подождите, музыка. Волна идет? Да, волна идет. Я до сих пор помню, я в нее чуть ли не с момента выхода, что ли, играл. Я, если честно... Бобан! Я, если честно, думал, что эту игру забросили уже. Я тоже так думал. Я о ней не слышал несколько лет, а потом внезапно люди в нее играют, оказывается. Кстати, прошу вас всех покинуть территорию, потому что сейчас будет бабах. Еще нормально. Эх, не увидел бабах. Сейчас помогу. Что-то мне вспомнилось, это как там пингвин из Мадагаскара, типа, стоят перед дверью Рика, достает эту динамитную жестку, кабум. Кабум, кабум, да. Рико, кабум. Блин, я что-то этот момент не помню. Yes, Рико, кабум. Не, он куда? Yes, Рико, кабум. И дверь вылетает. Ну, конечно. Естественно, Рико. Максим, а твой? Не знаю. Ну, Марика тоже сразу. С
отписывать. Все братва Рика. Так, у меня боеприпасов нет, и держи в курсе. Так, давай так. Рика ёбнут. У нас есть Нитер. Я вызвал. И поэтому он веселый. Да. Вот такой это. Если бы он был в ДНД, он, если бы он играл в ДНД, он был бы варваром. Кем? Варваром. А, варваром. Мне звонят, секунду. Я не думаю, что на секунду позвонят. Да шо, блин, забери боеприпасы! Он забирать не хочет! Чёртова гадость! Бля, блин, меня опять Петя убили, что ли, или чё? Кто вводит меня в недоумение, почему мой персонаж из своей гаусмурки стреляет этими... D20? D20? Ну тут сейчас, гляди на моего персонажа, Максим. Ага. Вот, гляди, я сейчас буду перезаряжаться. Сейчас, секунду. Вот, гляди. Он какими-то D20-ми реально заряжает. Не, ну учитывая, что здесь ничего в игре круглого нету, поэтому логично. Ну, да. Этот мир настолько суров, что здесь не любят круглые ребят, поверхности. Да, ну что, Владивосток 2000? Давай. Да. Чё за вздох? Ничего, ничего, ничего. Печаль. Читеру не нравятся мои эти сравнения, отсылочки. Я бы, конечно, хотел предложить, чтобы с Авандай мы тоже снова вместе сыграли, если вдруг желание есть. Но, блин, я так понимаю, уже куча игр предложено, и это опять нагромождение целое. Ну да. У нас, у нас уже три игры с Вольтером играть. Это Дипрок, Фармофобия и... Баратраун. Да. А еще потенциально Warframe. Да. Warframe, да. Так, просто я не помню. В Warframe, мне кажется, были проблемы с всем, что вышло с 40-го уровня. Все, выше 40-го? Да я не знаю, моего персонажа, у меня второй левел или четвертый, я уж не помню. Он дрей нулевой до сих пор. Второй. У моего второй? Кстати, да-да-да. Блин. Говори. Да, у меня просто один из зрителей в чате тоже хочет поиграть. Не знаю. Во что? Пускай заходит. В Deep Rock. Пускай заходит, говорит. Ну, ой, типа, в Дискорд мы его не позовем, а так можно сам бегать. Заланар. А, так, а Заланар же это не зритель, это тоже стример вроде. Ну да, тоже стример, но на данный момент зритель. Макс, ну, давай ты Заланара, как я понимаю, Вольтер за него ручается. Да. А, ну тогда можно. Окей. Заланар, подожди, дай мы закончим, и я тебя приглашу в голосовой. А что в голосовой? Ну пускай заходит сейчас, мы уже улетаем. Если он на мой канал зайдет, если найдет какой-то странный вопрос. Если Вольтер не написал название твоего канала в описании стрима, то он вряд ли будет знать. Блин, да, я не написал. Ладно, я сейчас тогда... Это надо браузер открывать сейчас. Да я открою, Вольтер. Да, напишите Рахнаган, нижнее подчеркиваю Waffles. И по Deep Rock посмотреть. Ну, короче, там внизу ссылка в описании есть. Что? На Discord. Вольтер, ты позовешь или мне назвать? Тогда позови. Я просто уже могу это сделать прямо сейчас. Давай попробуй. Правда, у меня, скорее всего, ссылки не работают в чате. Заланар! Серьезно? Я добавил тебя в друзья, подтверди это. Тебя добавил некий Канзак, если что. Отнимите. Короче, Петя за где ты там упал? Ладно. Заланар! Вперед! Выжги всю землю вокруг него, а потом поднимай. Так, пригласить людей. Где этот Заланар? Да чё ты торопишься, Андрей? Давай, типа, внутрь заходим. А где внутрь? Да там везде внутрь. Как там это, вино внутри, бутылка снаружи или как-то? Да, там проводка, по-моему, было. Водка внутри, бутылка снаружи. Это какой-то странный фильм с этим, с Невским. Вот так вот. Вот так вот, да. Вот так вот, да. И то я об этом знаю только из обзора Bad Comedian. То же самое. Ни один фильм не видел, зато видел все обзоры. Ну и это лучший способ просматривать эти фильмы. Возможно. Видишь, кстати, видишь, Вольтер, я тоже это теперь в драконе бригаде. Шикарно, поздравляю. А я вступил в драконью бригаду до тех пор, пока еще была драконья бригада. Да, ты по ивенту вступил, а я по задротству, так скажем. Драконья бригада.
Так, чё-то развивательный. Мою игру заходит. Ну, канал своя игра. Да, да, кстати, кстати, сейчас надо еще пригласить Залнара. Я его уже позвал, он уже в чате. Да, пускай. Да. Нет, я имею в виду в саму игру. А, ну да. Дай. Ну, когда он в основном появится, я его перекину. Просто у меня проблема. Ты попробуй кинуть ему приглашение в стиме, если он у тебя в друзьях. Блин, у тебя он в друзьях есть, Залнар, или нет? Ну кому? Окей, ладно, сейчас. Мне тогда придется. Я же тебя добавлял, я же больше никого не добавлял из твоих. Да, понял. Просто мне я придется. Я могу его найти сейчас в моих друзьях, если хочешь добавить себя в друзья. Ладно, просто мне операцию надо тогда провести одну. Да сейчас. Давай, ладно, я. Стоп, я найду тебе его в твоих друзьях и добавлю. Ну все, уже начал, все, я уже начал, все. Аборт Мишин, Вольтер! Аборт Мишин. А, подожди, как это. Лобби. Окей. И снова запускаем это дело. У меня просто как, у меня стрим Аватарс открыты, и пока они открыты, мне не получается приглашать в Deep Rock Galactic никого. Потому что считается, что Steam показывает, что я играю в стрим Аватарс, а не Deep Rock Galactic. Скрываешься? Ну так на всякий случай я его все-таки добавлю в друзья, пущай будет. Rock and stone, brother. Busybone. Oh, Максим, спишь? Ну чё, подожди. Да я прокачиваю пушку новую. Залнар. Здравствуйте. Добрый день. Эй, привет. Так, ну я Макс, если что, вот Андрей. Да. Да. Очень приятно, Залнар. Вайлта, чтобы избежать в будущем таких проблем, просто сначала аватар запускай, а потом уже дип. Ну да, я знаю. Просто у меня как-то не в том порядке вышло все сегодня. Из-за того, что я с Warzone убежал. Залнар, дай нам знак. Не дам. Он же тут. Так, я сейчас отойду на минутку, окей? Окей, кстати, пиво. Так. Приятно познакомиться, когда получается. Я вот, кстати, Залнар что-то плохо слышу. Так лучше. Да не, я сейчас погромче сделаю. Дискорд. Куда громче-то? Ну, типа вот куда-то. Я почему тебя тихо слышу? Валта, ты меня тихо слышишь? Нет, я тебя нормально слышу. Ладно. У нас знакомый есть к Салонах. Не, не этот, не родственник. На одну букву. Первый раз слышу. Окей. Я взял все пиво, сдул. А, блин, эти прокачки. Да, блин, постоянно приходится, типа, решать, а чё я поставлю? Что ты поставишь? Да чё-то ставлю. Поставь мне бранника, Максим. Андрей, приезжай, я тебе поставлю хоть две бутылки бранника. Стоп, такие а копейки почему... стоят. А почему Вольтер лежит? Угадай. Я рядом с баром, и я лежу без сознания. Он лимонада перепил. Где? А? А где моя кружка стаута, если... Я лежу на земле, угадай, где она. Тебе? Да. Все четыре кружки? Все четыре кружки. Нет, три. Я одну схватил. Стаут внутри, Вольтер снаружи. Да. Итак. Итак, я с вами. Давайте моего какой любимого. Ужас. Кто выбил за пиво? Пей. Осуждаю пиво. Осуждаешь пиво? Да. Кстати, Залнар. Вич осуждает алкоголь, поэтому я тоже осуждаю пиво. Не, ну можно пить безалкогольное пиво? Нет, можно пить лимонад. Нет. Это слушай, корневое пиво. Мы пьем. Да. Успокойся. Осуждаем пиво. Я так, спокоен. А вот Вич нет. Да, я поэтому и говорю, типа, мы пьем безалкогольное. Эй, привет. Я не понял. Кто тут рядом? Где кто? Никого не вижу. Я за стеклом. Подожди, а ты чё, это Волтер? Да. Чё там метаешься кружками, я не понял. Чё там мусоришь? Так, Залнар.
Для единственного зрителя канала Ragnagan Waffle стоит для меня. Расскажи, кто ты. Ну, в смысле, как витюбер в этом плане. А, ты тоже витюбер. О, давай, я тоже хочу послушать. Я просто понь. Меня заставили, я не виноват. Это все Шэдди. Наш художник. Да. Типа, ты рисуешь именно эти аватары? Не, Шэдди у нас рисует аватары. Я не в общем, понял, типа. Я стримил. Ага. У меня девушка Шэдди, она у меня модер и рисует. И у нее есть подруга, которая рисует в 2D Life. И она попросила свою подругу нарисовать мне аватарку. И сказала, ты будешь стримить с аватаркой. Я такой, ну ладно. Купил камеру, теперь стримлю с аватаркой. Подожди, не анимированная аватарка, да? Анимированная. А, анимированная? То есть она тоже двигается или нет? Она двигается, у меня там и смущение есть, и крылья есть, я уши могу себе повесить, отвесить и так далее. Фига себе. Я просто Волтера смотрел, но у него можно без камеры, то есть я так понял, на звук реагирует. Ну да, у меня два аватара есть. У меня есть вот это вот, просто 2D-шка. Это просто как несколько картинок, склеенных вместе. И есть полноценная 3D-моделька. Но, к сожалению, большая часть игр, которых я стримлю, не тянется с 3D-моделькой. Поэтому приходится обходиться этим. Максим. Чё? А тупой человек давно писал? Да. Ну, не знаю, он написал, ушел. Не знаю, может, это кто-то из ваших зрителей. Что? Да. Ну, не, буквально... Не, это ник у человека, тупой человек. Не знаем таких. Ну вот, видимо, я тоже не знаю. Слушай, да это стандартная тема, кто-нибудь зайдет такой, типа, ага, 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 и потом уходит. Это у Максима стандартная. Да, это, типа, фишка моего канала. Ну, давай. В целом, насчет моего персонажа, это чисто мой персонаж, которого я уже как года три придумал, и у него есть целый лор, но я его никому не рассказываю, потому что никому не интересно. Расскажи. Это Дэйн Делор? Нет. Не, ну, типа, реально, расскажи. Да. Знаете такую вселенную My Little Pony? Знаю, но я там ничего не знаю. Рассказ можно оканчивать. Рассказ можно. Все ясно. Это шутка, это шутка, это шутка. Я задам тебе один вопрос, а потом ты продолжишь, окей? Давай. Ты будешь за скаута или ты хочешь за ганнера? Мне все равно, кого качать. Ну, у меня просто ганнер уже 24 левела. А скаут у меня, по-моему... А скаут у меня 14-го. Ну, бери скаута. Сначала стрелка докачай, а потом уже возьмешь. Да, давай я ганнера, потом... Все, кстати, Шэдди объясняет. Оперативно да, с той барышней захватили Заланара, а потом его нашла Спайди. Факта. Что-то у вас какой-то внутренний лор, да? Еще к тому же. У них ютуберский сюнен, я понял. Да. Я, скажем так, я со Спайди познакомился сколько? Недели три назад, месяц, чуть больше, ну плюс-минус месяц, меньше, наверное. А так я 7 лет уже стримлю. Ага. И сколько у тебя фолловеров? 276 сейчас. Ах, ты не так плохо! Так подожди, ты не должен существовать. Да, теперь я не смогу рассказывать, что стримлю 4 года, и у меня только 357. Ну, понимаешь? Как бы вот так оно и получилось. Ты, получается, меня победил. Получается, я даже в этом умудрился облажаться. Да. Вот так вот оно и бывает. Да, вот так оно и бывает. Официально ты сам лошара на Твиче. Да не, не факт. Есть тот, кто стримит 10 лет, у него два фолловера? Ты знаешь, вполне может быть. Хотя у самых кринжовых стримеров почему-то очень много типа этих фолловеров. Кто не пил пиво, Максим? Поверьте, я видел людей, у которых есть пару тысячи фолловеров и только два зрителя на канале. А вот я тебе больше скажу. Есть такая штука. У некоторых 10 тысяч зрителей. И чат молчит. Теоретически от игры может зависеть. Потом, как чат общается друг с другом со стримером. То есть стример может с чатом не общаться. Просто накрутка.
Может, накрутка, да. Ну, я в хорошие эхо, я хочу верить в людей. Зревешь, блядь. Да я... Там какой-то челик был, что он типа себя закрутил 500 000 зрителей. Да, так такое было. А, ну да, его, по-моему, поймали. Так, а чем мы чё миссию не убираем? Короче, давай тебе продолжим пушки открывать. Да, я уже следующую выбрал. Я выбрал, да. Да. Спасибо. Так, сейчас я только сменю назад на ледяную пушку. Мне все-таки она роднее как-то. Блин, печаль, беда. Че? Я вот гляжу на Золонара. Короче, теперь Макс, все, я не самый главный задрот теперь в пати. В смысле, а с нами же это, то... Блин, кто с нами играл? У Орклода разве не больше было, чем у тебя? Макс, из ныне присутствующих. А, из ныне присутствующих. Не, ну тогда... Да, у меня 102, у него 112, он мне круче. Выборочная какая-то тема. А, блин, кстати, по поводу лора я вспомнил, что он у меня до сих пор, скажем так, работа в процессе. Типа, в плане и... своего персонажа? Ну да. А чё, да, чё ты... уже придумал? Только ещё определиться не могу. Иди. Ты сын итальянского иммигранта, который прибыл в США из-за того, что на родине было плохо. Ты, твоя мать умерла во время переплывания Атлантического океана. Вам с отцом было тяжело, он запил. Ты пытался заработать, чтобы прокормить себя и его. Таким методом ты попал в преступную группировку, где проявил себя как вполне себе хороший этот преступник, где со временем дорос на босс. Вот. Вполне такой стандартненький на самом деле лор получается для мафиози. А ты думал, что я сейчас тебе что-то буду прям сложное выдумывать? Да это какой-то фильм, мне кажется, объяснил только что. Я, по-моему, мафию вторую объяснял вообще. Ну да. Как Антонио Винсетти? Как там? Вита Скалета ебло как-то. Вита Скалета, да. А, Вита Скалета. А, Томми Винсетти, это Васити. Если бы мне это Валтер начал затирать, я бы ему не поверил. Про что? Ну, про вот эту историю. Звучит как байка больше. Не, а Волтер должен быть типа красавчиком. Знаете, бывают такие чуваки в мафии. Ну, вот, его просто зовут Красавчик. Вот. А стоп, давайте так. Лор не должен быть правдой от персонажа. Он может быть и байкой. Не-не-не, ну надо его придерживаться, Андрей, все-таки. Да-да. Я иду к тому, что Максим... Я могу про себя рассказать что угодно. Что я на самом деле космический ниндзя-самурай, владеющий планетой Number 8. В смысле, это не... В смысле, это ж правда, не? Правда, да, Максим? Потому что где еще такого уникума найти? О, блин. Это была засада. Вот, вот мой лор, что на самом деле я это шляпа, а то, что вы видите, это просто подставка под шляпу. Вот, и я придерживаюсь этого лора. А ведь интересно. Просто. А мой лор, что я на самом деле голос в голове у Максима и меня не существует. Да, нужно единственное объяснение, что он меня на стримах делает. Голос в голове настолько сильный, что он появляется в голове у других людей. Да, массовый психоз. Голос в голове настолько сильный, что он пишет текст там в чате. Да. Это все массовый психоз. А, блин, уж лазер. А сколько у него боеприпасов? Лок не умер. Мак, ты тебе уже открыл афган? Да. Когда ты его себе открыл, я не помню. В смысле, вот миссию закончили, я его открыл. А, у тебя две миссии были на него завершены, да? Мы одну только миссию завершили. А, ну были до этого, да. Так, у нас эта вот штука, инфектор. Я сейчас убью ее. У меня как раз комьюнити задание на инфектора. Слушай, а для подобной миссии это неплохая тема. О. Опа! Ой, смотрите, что у нас тут. Флешка, пацаны. Ты называешь это флешкой. Ну не, ну флешка я называю то, что мы из нее достанем. Блин, меня все поражает то, какие у тебя названия для всех вещей. Да, слушай, мне кажется, прикольно. То есть это какую-то уникальность дает. Веди, это накопитель информации. Разве нет? Это кьюб. Ну, он накапливает информацию. Но. А флешка это тоже накопитель информации. Он не копит информацию, он ее хранит. Ну, вначале-то он ее как-то получил. Да, он ее получает. Откуда ты знаешь, что он ее получает? Так что я предлагаю посередине, типа, сделать. Это аккумулятор информации. Я вот не понимаю, что плохого в названии флешка?
Как-то мало, не знаю, ломает магию. В смысле? Какую? Нет магии. Не, подожди, не знаю, с нами есть пони. А пони же не магические, да? В моей версии не то чтобы. В смысле, в твоей версии? Подожди, это как? Ну, знаешь, есть много версий. А, так, то есть, подожди, есть много версий по ней? Да, представляешь, да? О, блин. Есть альтернативные реальности, и достаточно много. О, у нас тут мостик получается из этих хакси. Я понял. Вселенная безумия. Да-да-да, вселенная безумия. По ней. Да нет, просто в космос вышли. Ничего такого. Стоп, а может давайте сначала доведем дрельдозера, а потом будем флешку взламывать? А нет. Его съедят, нет. А что вы там делаете? Аккорд, давай. Пахай! Работай будет. Ради флешки! Нормально все будет. Спасите! Я занят истреблением Вардена. А я типа это притащил. Ждаю истребление Вардена. Что такое Варден? Варден, это страж. Солдаты, сражающиеся с колониалами. А, ладно, никто не поймет. Никто здесь не играл в Fox Hall. Нет, там боже, что такое ром. Это? Это ММО. Я хотел поиграть в Fox Hall, и у меня был знакомый, который в нее играл, и которому она нравилась. Он мне ее так описал, что это спорил, спасибо, я не хочу в это играть. Ну... Я могу разве что сказать, что это замечательная игра, в которой ты будешь страдать точно так же, как и твои союзники, если вы не умеете играть. Короче, спасибо, я поиграю, если я захочу пострадать, я поиграю в танки. Во что, в танки? В Тарков. А. Да какие страдания в Таркове? Просто, типа, симулятор Тетрис. Чики-быки в дамке. Чики-брики, тут. Просто так вот интересно, а при чем здесь Тарков вообще? Просто эта игра, в которой ты страдаешь. Да. Ну, боль. Там разные страдания. Иисусе, Господи, Санта-Мария. В смысле, разные страдания. Это как определяется? Ну смотри, если в Таркове ты можешь страдать от того, что тебя постоянно убивают, то, например, в Фоксхолле ты будешь страдать не от того, что тебя постоянно убивают, ну точнее, ты можешь не только от этого страдать, но и от производственного ада, который может начаться. Например, ресурсов не хватает, или тебя ловят враги на подъезде к союзным станциям, как бы, где защищаются люди, им нужны сопли, как бы, чтобы сражаться, а ты не можешь эти сопли довести. И в итоге фронт ложится. Суровая вещь. Как есть один мем, страдание есть страдание. Да. Так, сейчас надо сначала разобраться с этим делом, потом с этим. Так, ну я всю заправкой занимаюсь. Я пытаюсь поддержать в рабочем состоянии. Если все я правильно помню, я 1000 часов наиграл в Fox Hall, да? Да, 1038 часов. Пиздец. Ебать. Мне есть что о нем рассказать. Так, ну, на самом деле... Признайся, ты создатель этой игры, да? Нет. Я просто клан там держал. Ну, как держал, и держу. Как только следующий апдейт выйдет, когда война это закончится. А что, ты стримишь, что-то там делаешь? Ну да. Я жму кнопку, ребят. Я там, по сути, сколько? Две войны постримил. Прикольно. Нажимай кнопку. Подожди, сейчас мы заправим канистру, поставим ее внутрь бульдозера, и тогда уже нажимай на кнопку. Так скажешь. Вольтер, если что, отсылку про кронка я понял, я этот мультик смотрел. Ай да молодец. Вот тебе пирожок за это, молодец такой. А мне можно пирожок? Я кушать хочу. Слушай, какой нафиг пирожок? Ты итальянец, ты должен мне кольцо надать. Кальцо у меня. А я вот хочу платформу. Никто меня не спрашивает, что я хочу. Какую платформу? Куда идти там платформу? У нас же нет инженера. Нету. Какую нахрен платформу надо? Я уже заправил все канистры. Максим, он собирает нитру, дай ему платформу, блин. Да я уже все сделал, не волнуйся. Спасибо. Вы мне говорите, потому что если я играю в подобную игру, типа я общаюсь с кем-то, то все, оперативная память занята, я вообще не в курсе, что происходит. И вообще, Максим, я инженер, кстати, Максим, молодец, ты нефтяник. Да. Нефтяник, возможно. Тревога у нас. Все нормально, успокойся. Окей. Инженерность, точно, у нас нет инженера, у нас...
человек, маскирующийся под инженера здесь. Да, а что, что, не нравится? Он физик-ядерщик. Да, я физик-ядерщик. Он ученый, а не инженер. Не, очень странный программист. У меня есть тефтелина. Так, ладно, куда тебе что надо? Пометь, пометь. Давай. Уже ничего не надо, спасибо. Ну, вот. Что, ну да, давай туда одно золото. Где всё, Молли? Окей. Смотрите, несложно ж было. Началось. А где дрон? Он так далеко? А потому что его туда сбросили. Менеджмент. Захотел и ушел. Ах, что за гадость, что они нормально высаживать не умеют, а? Это еще нормально. Да. Фигня какая же. Играли мы как раз с Максимом в Starfine. Это такая дырышка в детстве, которая происходит в космосе. Ну там фэнтези. Я тут подумал, может Валтера позвать в Foxhole? Я боюсь, я не выдержу. Я не знаю, где. У меня трудно с такими играми, которые требуют такого, скажем так, такой ответственности. Ой, ответственности. Это тяжело ездить за рулем грузовика туда-обратно. А, подожди, там... Вообще, о чем играем? Вот объясните мне. Я вот не знаю, что это. Ну, я не могу, к сожалению, прямо сейчас тебе рассказать, потому что у нас бурдозер умирает, как бы. Давай сейчас вот это отобьемся. По одному да, делу я за тебе раз. Все расскажу. Максим, ну очень условно, это симулятор Второй мировой войны. Первый, второй. Там совместно, так сказать. И то, и то. Так, ну с бульдозером я не мог помочь, потому что я Андрея пытался поднять. Ты меня поднял. Ну да. Окей, ладно, у нас все еще две трети бульдозера есть, может выживем. Не обязательно. Мы на третьем не паникуйте. Играем, ребят, мы уже. Эй, Вулф, hello there. Мы на третьем уровне, уже все дохнут как мухи. В смысле, все нормально? Все нормально, без паники. А что будет на пятом? Ну, паника. Слушай, у тебя понял. Ты думаешь, мы четвертый сможем пройти? Ну, со мной мы проходили с Валтером четвертый спокойно, да? Помнишь, Валтер? Ладно, вы думаете, вы со мной четвертый пройти сможете? Конечно, слишком плохо, главное, слишком плохо, слишком плохо. Просто надо захотеть пойти, понимаешь? О-о-о. Это главное желание. Ну, не важно, ну, я тут согласен. Вот и все. Типа, верь мою веру в тебя. Давай так, мы проходили четвертый левел вместе, так что не надо мне тут. Господи, столько всякого дерьма вокруг трейли набралось. Пошу, опять Андрей, падаешь! Увидите интернет, как подлаги. Слишком много, блин, меня тоже уронили, пытался себя поднять. Окей, окей. Так, спасайте Дрель. Бульдозер, да? Дреля, дреля, живи, живи, дреля, дреля. Стив, еби! Максим, давай! Спасибо! Даю свет. Маш, поднимай меня. У нас тут просто вся уничтожая бота. Дреля. Молодец, стреляй. Минус бот. Отлично, чиню. Ща-ща-ща, готово! У меня боеприпас мало. Второй бот. Держу в курсе. Так, так, так. Паука убил. А не, убил паука. Ребят, выдавите. У нас есть носу, Пай? Рано. Рано. Да, есть у нас. Ну, еще типа рано или не рано, мне уже почти стрелять нечего. У меня остался только арбалет. Давайте продержитесь еще немного. Все нормально будет. Еще чуть-чуть. Ай да молодцы, вообще я вас верил всегда. На самом деле никогда не сомневался. Да-да-да-да, только перед этим, типа, просто паника, мы все умрем! Как так? Так паниковал-то Заланар, а не Вольтер. Ну, неважно. Я вообще ни слова не сказал, что мы все умрем. Это кьюб. Ну, ты подразумевал. Видишь, он светится. Нет. Светится, он цветой. Нет, не хранилище информации с русским рэпом. Господи, осуждаю. О, у меня укроп есть. А чем тебе не нравится русский рэп? А чем тебе нравится русский рэп? Ничем. Вот именно. Нет причин его любить. В старом русском рэпе, который 90-е нулевые, там есть несколько хороших треков. Так, я так понимаю, вы Supply не будете вызывать. Поехали. Давай вызовем. Вызывай. Вызывай, вызывай. Что уж делать, вызывай.
Вот прям, прям вот. Спасибо, спасибо. Вот он, вот. Это тефтели? Это тефтели. Да их тут вон куча. Да. Мне претензия за флешку, но ты называешь ее гадко 7 тефтели. Да. Ну, это же тефтелька. Это же тефтели. Видишь, она круглая, она мясистая, она выглядит. Вот, я говорю, свои названия, это замечательно. Я называю это бесполезный квест, который не хочу делать. Давай так, бесполезный квест — это убийство надоедливых молей. Да нет, да самое веселое, кстати. Да. Возьмешь винтовку и стреляешь молей. Заодно ты тренируешь свой прицел. Потерял. У меня есть проблема, у меня на классе нет винтовки. А, кто не брал патроны? Я не брал патроны. Бери патроны. Волтер, ты топор потерял. Сейчас я возьму патроны и возьму топор. А что, поднимать можно? Ну да. Ну если ты промазал, то да. Фига! Арбалетные болты тоже можно поднимать так, если что. Да. Да, кстати. Но я не поднимаю их, они да, сами... Да чего техника-то дошла? И да? Теперь у меня больше максимума топоров. Как там эта песня? До чего дошел прогресс? У Сережи ПМС. Сесть. Ты, Андрей, какие-то странные песни. Это Comedy Club, Максим. Что проблема? Господи, ну, да. Ну, а Comedy Club — это не показатель плохих песен? А мы сможем проехать? А да. Как она пробурит... Это же бж. Вы не дашь. Что происходит? О, да. Вы не оцениваете эту хрень. Вы как будто первый день играете в эту игру. Я? Да у меня каждый раз как первый. Я 300 часов. Были репорты о том, что Доретто иногда даже умудряется уничтожать машины Венты. Ну что, молодец. Давайте так, Доретто — это охуенный дядька. Вообще-то это она. Она... Что, и это мешает ей быть охуенным дядькой? Ну, а? Да, а что за сексизм, а? Ах, окей, убедили. Все, понятно, понятно. Платформа. Че, куда? Вроде попал. Видишь, видишь? Видишь, командная работа. Договариваемся. Вольтер, Заланар, у вас есть достижение «Бури, стреляй»? Не играю от достижений. Я не помню. Ну это нужно, в смысле, быть честь. Ребят, можно вас попросить помочь мне одно достижение? Давай попробуем, ничего. Нужно вчетвером залезть на одного этого сборщика шлака, ну это вот типа осьминожка летает. Телекона. Что да. Это было? Что? Эй, ты в порядке там? Че у вас? Ну меня телепортировало только что с Нитро. В центр дорожки, где Доретто ехала, я и не понял. Да, интернет? Может, этот? Интернет? Давайте. Нет, лучше. Это игра. Так вот, это пятером залезть на сборщик шлака, на один сборщик шлака. И убить каждый по 5 раз. 15. Не, по 5 у человека. Там по 15 вроде надо было. Я глядел по 5. Ну, может, на другое какое-то достижение? Да, может, и про другое. Ну типа то же самое, только следующая какая-нибудь градация. Ну в любом случае здесь нету сборщиков силикона. Угу. Ну я же не говорю в этой миссии выполнить. Он в теории говорит, в принципе, в планах на будущее. Получится. Если вдруг найдем сборщика шлака, и вокруг не у нас начался это орда. А, еще должно быть открытое пространство. Угу. И он не должен ехать по потолку. Где он гоняет по потолку? Он... Да чинить! Прилипает к полу и... Спасайте бульдозер! Я в паутине, я не могу двигаться. А теперь могу. Можешь двигаться в паутине, просто медленно. Да. Да, я знаю. Это и мой вижу правда. Камшотеры негодуют. Jesus fucking Christ. Кстати, Леонард, ты что в основном стримишь? Я во что играю. А во что в основном играешь? Ну последние, вот, допустим, 3 игры. Последние 3 игры, я могу назвать тебе 5 последних игр. Давай последних 5. Депро Галактик, Верайзинг, Сатисфактори, Тригон, Пое. Ган, чё? Пое. Ну, Пат, твоя вот... Не-не, Пое, я понял, последняя, а предпоследняя что было? Предпоследняя была Тригон, Space Story. Это как-то связано с аниме Тригон? Первый раз слушаю о таком, и не смотрю аниме. Есть аниме Тригон. То есть ты это клон ФТЛ. Да, я не смотрю аниме. Тут куча ресурсов. Тогда мало. А, я понял, о какой он играет. Вообще новое, да?
Да. Это, да, я понял, да. ДЛ от русских разработчиков. Андрей, она вообще, она не об аниме. Кстати, вчера смотрел Плюху. Это стример, которого я смотрю, второй стример, который я смотрю после Максима. Я слышу Боньки. Зачем ты кидаешься, Валта? Так, чтобы максимум повысить. А, блин, они поняли. Так, а чё ждём? Мне сказали, тут куча ресурсов. Я вот хожу, ищу ресурсы, ни одного не вижу. Ну, значит, где ресурс? Кого монет не докопал, кого по рукам ударить? Так вот. Просто раньше тут прикол был с тем, что если ты топоров в землю накидаешь, ты можешь больше максимума. Подожди, Валтер, ты можешь их накидать, оставить 8, и потом, когда у тебя эти кончатся, взять те. О, господи, я... Логично. Я просто... Я просрал возможность. Ну, главное, ты понял, как это работает. Мактеры! Че? Мактеры! Что это значит? Летучие. Мактеры — это летучие жуки. Хранитель. Не знаю, типа, кричали бы летучее говно. Там. Максим, я его понял. Для отсталых людей, как я. Ну да. Так вот, я с позволения трех замечательных стримеров продолжу. Ага. Смотрел я, и она играет в очень странную игру. В очень. Вы знаете этот фильм, то есть фильм этот Друида, там этот Свини тот или как там правильно? Да ну про это. Ну я есть Свини. Демон парикмахер. Демон парикмахер. А ну. Что? Че? Свини тот или как она правильно называется? Это не Друида. Ну не важно, я понял о каком-то фильме и. Эдвард Руки-Ножницы, вот он называется. Суини, Суини тот. Суини тот это другое, а типа то, о чем ты говоришь, где он парикмахер, это Эдвард Руки-Ножницы. Нет, Суини тот. Это... А, про маньяка. Он парикмахер. Что, не важно, что? Ну, хорошо, давай. Ну, короче, там в чем суть? Там типа играешь за семейную пару, муж портной, жена повар. Муж убивает людей, срывает с них одежду и шьет из них другую одежду, а жена из убитых людей готовит тефтинки. Какая приятная семейка. Да, замечательно. Повар это дважды попо. Ладно, поехали. Запускайте бурение. Поехали. We need to go deeper. Я просто кстати, ты установил турель? Такой, если честно. Да, вот он. А, отлично, он звучит молодец. Как забавная игра. Ну а по геймплею это, знаете, симулятор ресторанчика или что такое, где ты выполняешь несколько несложных действий. Надо таким людям сдавать. Симулятор ресторанчика. Интересно. Кстати, Максим, если что, Давид играет сейчас в Атом. Во что? В Атом. А, в Атом. Я тоже хочу в Атом поиграть, блин. Я с тех пор, когда прошел первые два Фоллыча, думал, надо в Атом поиграть. Все, до сих пор не поиграл. Уже прошло больше года. Вольтер, Давид, если что, это только тот, который человек-яйца. 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 Великолепно. Человек-яйца, человек-яйца. Я, если честно, по-моему, отупил пунктов на 20 IQ. Что-то мало. Ходи. О, боги. Даже неплохо оказался. А, что это было? Это прибег. Это мы пробили первую эту... Это надо слышать, что кричат. Да. Каждый раз, когда снимаешь слой с этой штуки, оно бебехает. Я ж тебя, по-моему, Максим... Ладно, говори вот. Опять ты меня морозишь. Как же ты меня ненавидишь, слушай. Да господи, я остужаю тебя в теле. Человек-яйцо. 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 Человек. Блин, зря вы это вспомнили, ну, это все. Это хана на ближайшие пару часов. Это человек яйца. Че, боже, человек яйца! Я даже нашел после этого. А, ты ж скидывал, по-моему, видосы. Это тот и есть, да? Да. Да. Блин, я так и не посмотрел. О, нет. Мы обосрались. Главное, чтобы бубон не взорвался рядом с Доретом. Где? Бел. Кстати, Максим, я не помню, я тебе, по-моему, говорил, но твоя лазпушка сделана из куска вот этого крафтедра, что мы добываем. Не, ну, вроде что-то такое говорил, но я, естественно, не помню. В
Потому что, типа, все, что происходит на Дипроке, остается на Дипроке, так же, как человек яйца. Человек яйца остается в яйце. Я, кстати, его поиграл бы в Киберпанк. Чё? Я его почти за 100%. Нет, я не про тот, я именно про Энрих в Киберпанк. Андрей, все про Энрих. Да, да, Макс, спасибо, что напомнил. Надо плут Максиму, он обещал, что будет водить Киберпанк. Ну, не меня. Максима, которому же знакомый живой, который существует. Живой, который существует? Да. Кайф. Он обещал, что будет Киберпанк водить. Ну, окей. Ну, а чё, кстати, типа там на Киберпанк вышел патч? Чё добавили? Без понятия даже, я игру не трогал уже давно. Ходи. Когда играл. Да не знаю, мне её кажется, капец как доделать надо. Как-то я до сих пор над Максимом издеваюсь, над тем, он начинает первый стрим по Киберпанку такой. И я начинаю Киберпанк, у меня есть знакомый Андрей. Не-не-не, у меня есть знакомый с Киберпанком, поэтому я сегодня играю в Киберпанк. У нас ни стрелков, ни бурильщиков, никого нет, да? Да, вообще-то половину только что снял с этих чертовых. Молодец. А я стреляю, но я не успеваю, потому что Вольтер ломает. Вот, ну, они молодцы. Чё ты беспокоишься? Вообще молодцы. Ну, я просто смотрю, как они пилят. Я правильно понимаю, что получит Злонар, а он играет, сука, соло? Нет, я просто не понимаю, почему они так быстро не ломаются, как я бы хотел. Нормально все. Он у нас как шеф Рамзи, ему нужно быстрее, ему нужно лучше. Fucking raw. Этот глифит настолько второй, что он до сих пор грызет Грей. Где же там про него это кричит? Эта курица настолько вторая, что я до сих пор слышу, как она кричит. Не, я слышал про эту, про крысу, которая обучает черепашку ниндзя. А я слышал, это свинина настолько вторая, что она до сих пор поет такую намотату. Стрелок. Я закомшотили, ничего не вижу. Да плохо. Вижу. Короче, не буду говорить, как мы его с Максимом вызываем, а то Вольтер опять триггерит. На что? На камшотера? Отходи. Еее, мы смогли. Дайте мне голову забрать только, окей, ребят? Что, скорее мало, да? Не, Вольтер, дай я возьму бошку, пожалуйста. Ничего себе голову. Я просто хочу, чтобы она у меня появилась в этом, называется. So, no head? На этапе у меня нет почему-то головы появиться. В этом, на базе. В смысле, а на базе она не появляется, если ты ее не вытащишь, что ли, или что? Ну, по идее, да. А ты что, ни разу еще не вытащил? Ну, я, по идее, тащил, но, возможно, нужно с самого начала ее тащить. Эти слова нужно осуждать, не знаю, может быть. А где Молли? Молли сюда. Не, она в Дорете сидела. Че, стартуем? Сейчас я возьму патроны. Да, стартуй. Кстати, у меня уже почти обратно 500 тысяч баллов твоего канала. Че, опять кукинг стрима? Не, Макс. Че? Ты приготовил сырники, больше мне от тебя ничего не нужно. Не. Сборщики. Кстати, вкусные сырники были, конечно, выглядели как оладьи. Запускаем или нет? Да, запускаем. Да. Жми на рычаг. О, запускаем, я его нажал. Кстати, Андрей, кимчи тоже такой хороший получился. А Жека не выполнил мой квест, так что кимчи плохое. Какой квест? Я ему попросил нагадить тебя в кимчи. Ну, он сказал, что... Нагадить не кимчи? Да. Андрей, я ж тебе нагажу в кимчи. Тихо. Что, Вольтер? Ига, говорит. При чё тут Ига? Ига, он говорит. Фраза ковбоев, когда тебя оседлают что-то. Тебя оседлают что-то? Да. Да Максима просто постоянно что-то седлает. Я вас все так заседлаю. Я Молли оседлал. Молли как-то не так идет, на мой взгляд. А, нет, нормально. Нормально идет. Вон она даже к цветку привела. Никогда не спорь с Молли.
Дэнни. Так, Молли это глава... На самом деле... Don't mess with Molly? Ребят, на самом деле главой Deep Galactic является Молли. Почему Молли неисповедима? Молли как раз и рождает глифидов. Я вам серьезно говорю. Что за вдох? Ничего, я просто пытаюсь подумать. Но не выходит. Ну, как бы... Стандартная тема. Я вот тоже иногда сажусь, такой пытаюсь подумать, а потом понимаю, что... Бесполезно. Просто мне кажется, тут где-то есть шутка, но где она? Надо ее достать. Ты про что сейчас? Неважно. Да что за... Что ты спер? Злона. Ой, мое любимое. Он из этого самогон сделал. Кстати, у тебя шлем прикольный. Это чистые деньги. Не рассмотрел до этого. Блин, Зланар, ты что, уже так далеко продвинулся по Телпасу? Да, Дворфы не думают, ну, не вот делал. Ну, вот 37-й уже. Только что взял. А что, это же профессионал? Шлем из Телпаса, или да? Нет? Да, из Телпаса. Я, кстати, тоже его лопнул давно уже. А, у меня всего 22-й. Я просто кучу скриптов набрал. Да, я тут. Так, стоп, а где он? Он в самом низу. Кузница. Он в дереве. Внизу, слева на дереве. Вижу, говорю. Вижу. Так, чтобы мне... На самом деле, я уже половину украшений, наверное, и открыл. Так-то уж. Кстати, надо будет раскраску открыть. Я раскраски в первую очередь я открыл. Чё, пивас, господа? Да. Наливай. Безалкогольный. Корневое пиво. Типа, там даже... Это безалкогольное пиво, в которое мы добавили спирт. Это нормально. Нет. Вот это осуждаем, Андрей. Знаешь, это как обезжиренный сыр, выжаренный во фритюре. Ну, уже обезжиренный. Я бы попробовал. Серьезно? Но! О, Pogo Gold! Сейчас будем добывать 100% увеличенное золото. В Чехии есть такое блюдо, называется смаженный сыр. Вернись и не пей, вернись и не пей, блин! О! Давай сюда! Ну так вот, смаженный сыр — это действительно сыр во фритюре. С этим нельзя тормозить. Чё у тебя? Ну, с пивом, простите... Лимонадом, который увеличивает добываемое золото на 100%, нельзя тормозить. Это точно. Нам нужно золото. Макс, мне одному это какие-то русские народные мотивы. Не, это типа Волок. Подожди, не, это греческое, в тавернах так играют. Ну да, блин, совсем народу попутал. Да русские и греки, братья, навек. Кто живет в Гречке? Во фритюре. Короче, давайте дварфа во фритюре делаем и погнали. Выезжаем за золотом. Там нет дополнительного золота нигде. Так что будем надеяться только на взрывателя золотого. Так, запрашиваю 4-й уровень сложности, иначе неинтересно. Да-да-да, я тебе до этого было нормально. В любом случае, миссия по добыче акварков, 4-й уровень сложности. Изумительно. Выезжаем. Да поможет нам дух Карла. Мур Карл! Ладно, за Карла. За Карла. Слушай, а какие мы за какими ресурсами едем? Ну там... Акварки. Там горошек и уманит. Там магнит. Магнетит и уманит. Мне интересно. Магнетит — это горошек. Магнетит — это вот слева внизу, посмотри, я знаю. Наслоение. Ребят, подождите меня секундочку, меня, пожалуйста. Чё там у тебя? Не говори, что ты покупаешь ресурсы. Да. Серьёзно? Ус. Мне нужен жемчуг. Ну, на самом деле, тоже взял сделку на жемчуг. Он покупает ресурсы. Там ужасная сделка на жемчуг. 33% выгоды, абсолютная ноль. Вот когда я купил за 75%, вот это было классно. Оу, найс. И продал с 300% выгоды и ресурсы, это тоже было замечательно. Эх, великолепно. Ты даже знаешь, что мне нужно, что нужно тебе сказать после этого?
Можешь шалом. Что угодно говорить. Так и шалом. Осуждаю. Ладно, тупая. Ты бы видел, сколько у меня ресурсов? Ты бы меня возненавидел. Эх, у меня-то... Хотя нет, но у меня, наверное, не настолько много. Но все равно много. В общем, я скажу так, у меня нет трехзначных ресурсов. О, боже. Все четырехзначные. У меня только два четырехзначных. Блин, не знаю, что я до сих пор... Эх, вы, меркантильные вы дворфы. Зачем вам ресурс? Что, эльф? Не. Да ты подозрительный. Смотри-ка, ему минералы не нравятся. Не, подождите. Про отсутствие пива говорит только один из нас. Если что. Я ни на что не намекаю. Смотри-ка. Но вот этот вот... За... Который на «за» начинается, а заканчивается на «ланар». Я у него уши видел. Он скрывается под шлемом. Вот. Знаешь... Бог видеть меня, если я не снимал шлем все это время. Да так. Эльф сказал бы то же самое. Вот. Так что спалился, эльф. Нет у вас. Самое Ива. Забавное, что у всех дворфов тоже заострённые уши немного. Да? Можете посмотреть. Как раз там видно. Да ладно, действительно, я вижу. Да. Черт! А может мы полуэльфы, полудворфы? Нет. Мама не рассказывала. Я бы сказал, что мы, но я не хочу материться. О боже, смотрите, какая встреча. Стрелок, стрелок, стрелок! Ушел. У меня полудворф, полуалкоголик. А почему только полуалкоголик? Что-то мало берешь, цель. Андрей. Цель каждого дворфа — избежать трезвости. У нас большая проблема, у нас большая проблема. Червяк. Проблема под названием. Большая и летающая, да? Да, родители? Большая и летающая. Я. Кто мне в спину только что не стрелял? Ну ладно. Точнее. Так, я куда стрелял, но не честно. Ну вот примерно так же меня убили, да. И я слышал звуки дробовика. Ничего не хочу сказать, но кажется... Так, я стрелял вообще в другую сторону. А может я слышал звуки автопушки? Нет. Кто-нибудь поднимет? Ладно, я сейчас расчищу. Подожди, они жрут друг друга, не трогай. Все, понял. Пускай жрут друг друга. Я добываю акварк. Сейчас, я кого-то поднимаю. Я кого-то поднял. Все нормально. Пускай развлекаются. Да. Изи. У нас все еще родит. Вот он. Вот он, скотина. Опять его опять убили, да? Сейчас загашу его. Потому что чё? Потому что лазган. Ты что, у него очень классная дальность. У меня даже немного побольше баллист нравится. Я как-то не... Лазган, лазпушка это топ, Максим. Да. Не скажи. Мне понравилось. Плазменный резак намного лучше по урону и по эффективности. Кто? Плазменный резак. Да, резак тоже крутой, но я говорю, пока что не прочувствовал, но на дальних расстояниях, если у тебя дробовик, то лазган помогает неплохо. В смысле, дробовик одно из самых дальних хороших оружий. В смысле, дальних? Я сколько из него не стрелял, типа, вообще мимо. Так, вот сахар. Значит, ты как-то не так стреляешь, потому что, типа, вот с кем бы я ни играл, кто говорил мне, что дробовик не самое дальнобойное оружие, когда я им говорил, попробуй пострелять вдаль нормально, они такие, да, самое хорошее. Какой ужас. В смысле, самое хорошее, типа, вот так вот. Ну, может быть, из оружия этого инженера. Оружие инженера, я и говорю, да. А, я думаю, ты вообще из всех имеешь в виду. Нет. Не, ну подожди, лазган все равно в точку фигачит, ну, лучше. Ну, мы не сравниваем дробовик и лазган, мы сравниваем другие пушки основные. Ты имеешь в виду из основных. Ну, подожди, да. Это вот сейчас вот эти вот вещи, я только сейчас узнал, что мы, оказывается, вот это сравниваем. Да, я тоже. Да, правда? Прикольно, да, свои правила придумаешь, хорошо. Давайте, так, самое нормальное оружие у инженера это пипе. Так, ну я считаю, что самое нормальное оружие у инженера это дробовик, но если выбирать из дробовиков, у инженера это уже. Я свидетель пипе, и вы меня не переубедите.
Андрей, пипи не дробовик. Только я позвал, как только я познал благородство дробовика, я ни на что познал больше не позвал или позвал? И то, и другое. Понял. Иди ко мне, дробовик, дай-ка я тебя познаю. Кстати, ты убил Армстронга? Я собираюсь его в пятницу добить. А, добить? Ты, в смысле, еще не разобрался? Он не смог убить. Ты бы видел, а ты первый раз проходишь, да? Был. Да. А сложно я просто уже в убитом... Нет, на средний, к сожалению. Тогда странно. Я просто был в ужасном состоянии уже под конец этого дела. Устав. А играешь на геймпаде? Да. Потому что на клава-мыши, по-моему, вообще очень ужасно. Там есть момент, когда нужно рубить. Я не представляю, как вы парируете в клава-мыши. О, слушай, ну да, на клава-мыши вроде говорят то, что реально жопа. Ну и что-то, Андрей, а когда я проходил рейдинг на стримах? Где-то той осенью. Ну что-то, по-моему, я... Или долго я убил Армстронга. Я чуть не помню, что у меня были проблемы. Я не присутствовал на... Давитель. А, ну он на меня идет. На самом деле, более сложное, это, короче, Армстронга проходить, когда ты DLC проходишь. Там за вот этого, за Джет Сэма, это просто звездец. Ну давайте, я вот искренне, я не понимаю, зачем убивать Армстронга? Потому что я на этой машине сам. Так, что-то как-то на меня тут напали. Максим неправильно говорит, нужно с папа там. Нано машин, сан. Не, самое забавное, что этот чувак просто мемным стал. Вначале, когда он только появился, все это кринжевали с него. Сейчас все угорают, там это, куча отсылок в играх есть на него. Постмета-ирония. Да. Ну, давай так. Он за Америку для настоящих свободных. Макс, это здоровенный, гетеросексуальный белый мужик. С этим, типа, с консервативными взглядами. Я надеюсь, нас Твич сейчас не забанят. За твои высказывания. Сейчас... Да, меня сейчас уже мой админ за эти высказывания бонькает. Битой. Ну, извините, ребят, ну, не хотите немного помочь? Чё, я. У нас белок. У меня тут я немного... Извините, куча жуков. Ставлю на всякий случай, вас не забанили. Так, я вижу Волтера, я вижу Канзака, но не вижу... А, во. Смотри, где жуки. Сразу увидишь меня. Не, все, я тебя заметил. Я иду, я в пути. Я почти. Возможно, мы выживем. Я почти. Ты тогда уже... Я тут. Я узнал, что ты в беде и пришел, как только захотел. Смотрите-ка, что у нас тут. Приятного аппетита. Меня. Отпусти итальянца, он нам нужен! Стреляй не по мне, стреляй по вещупальце. Ребята, давайте попытаемся эту миссию без сопли выполнить. Че? Боже. С ума сошел, что ли? Надо было раньше говорить. Я бы тогда не занимался фигней. Так, платформу, успокойся. Пожалуйста. Ща. А где спасибо, что я тебе помог? Дарк, успокойся. Я не вижу, а куда надо? Вижу. Ага, во, вижу, окей. Я попал? Дарк, еще потом вот туда. Ну, в целом, да, спасибо. Да. Нет. Не забанил, слава богу. Че, за что тебя там должны были банить? О, боже. Ну, за фразу про Армстронга. Я что-то, по-моему, фразу пропустил. Он что-то такое сказал, что ли? Типа, не то? Не, я сказал... Ну, короче, раз... Не, ладно, намекни хотя бы. Не, я ничего плохого не сказал, но... Ну, шикарно. Мои поздравления. Ладно. Передай мои поздравления Спайди. Спайди только что 1к набрала. О! Фолловер? Передай все наши поздравления. Скажи, Рахнаган, Зак поздравляю. Хлоп-хлоп-хлоп. Да, передай поздравления. Ну, что не поздравляют, тоже поздравляют. И Золонар поздравляю. А может, не поздравляю. Я рада человеку. Окей. Да, блин, меня уронили. Спасите! Сейчас тогда. Сейчас, если мы не умрем, секунду. Сейчас я. Мы не умрем. Нормально все. Я их отвлек. Затанчил вообще. Да, просто мне надо подойти, поздравить человека и надеяться, что мой пика сейчас не рванет. А ты ну, как? Да. Мы тогда тебе еще поздравим, если у тебя получится. Мне, пожалуйста, платформу на метку. Я хотя бы до базы доберусь.
И вот туда было бы желательно, если мы хотим закончить миссию без вызова соплей. А, не-не-не-не-не. Идите! Так мы уж почти закончили. Да. Всего два квадка осталось. Я так, ладно, добываю. Куда еще? Я не понял. Что-то далековато. Сейчас, подожди. Так, все, ладно, фиг. С ним добываю телефон и поздравляю с телефоном. Можешь еще раз пометить? А ты что, ей позвонить собрался или что? Нет, нет, на стрим зайти. Я сейчас тоже туда зайду. Я не знаю, я попал куда-то, да? Или еще надо? Да, ты туда попал, все хорошо. Как говорится, печенька поставлена. А, ну да, я понял. Че? В общем, ты попал, но не совсем туда, куда надо. Это ты, она слишком внутрь впилась, поэтому мне придется подвисеть, пока ты еще не кинешь. Еще? Нет, ниже. Ниже? А, ой, поздравляю, спаси. Все. Да шо? Я вмагнитился внутрь. Нормально. Так, у нас Канзак подыхает. Да вижу он. Сейчас приду. Ах да, я же рядом, я мог бы его поднять, но я не стал, потому что я... Я мог ему помочь, но не стал. Я слишком крут для этого, да? Да. Кайф. А как нападает, у меня боеприпасы все меньше и меньше. Кстати, вопрос такой. Если, конечно, Дарк сам захочет на него ответить. Дарк, а ты на каком курсе? Ну, что-то у тебя экзамены сейчас. Смотрите, а на каком-то курсе экзаменов нет? Да не, ну просто интересно. Меня уронили. Может, у него пятый курс, и он уже это... Внимание. У нас тревога, у нас тревога, код красный. Код коричневый! Я понимаю, что превозмогаю! Мысли закушают. Вольтер, сюда иди! Как я пойду, я лежу. Я сказал, сюда иди, Вольтер! Теперь поднимай меня, Вольтер! Поднимай меня, Вольтер, подними меня! Сейчас, все будет. Так, держу в курсе, у меня 5 патронов. У меня нет патронов. Я надеюсь, это была полезная информация. У тебя нет патронов, но у тебя есть кирка. Так что я не понимаю твои претензии. Ну ничего, не знаю. За Карлом актив! Отсутствие оружия не освобождает от воинских обязанностей. Нет, освобождает, потому что я инженер. Блин, меня уронили. Господи Иисусе, Санта-Мария. У меня есть высшее образование. Я его получал, чтобы не киркой махать, блин. Да у меня тут вон. За нами есть быстрое поднятие. На этом персонажа нет. У меня здесь освобождение. Да мне оно и не понадобится, все нормально. Ты сейчас помрешь? Нет. Он живее всех живых. Да. Я же говорю, что он недооценивает нашу мощь. Хрена себе, там что происходит? Че, кого-то подняли, не? Меня этот Золонар пытался поднять. Золонар, если шо, у меня патроны есть, можешь меня поднять, разрешаю. Дело не в патронах, дело в четверке. Как подниму, щит поставишь сразу, чтобы отогнать жуков. Давай, я готов. Это замечательно, что ты готов. Разведчик. А у тебя нет этих гранат, которые друг на друга их накидывают? Уже закончились. Эй. Заткнись. Ладно, Золонар, вызывай соплю. Нет, все нормально. Нажимай четверку. Вы справитесь. Минус два. О, зато у Волтера была возможность пойти поздравить Мунспайди. Да. Который ты не воспользовался. Я воспользовался, я поздравил. Убил стрелка. Нормально. Молодец. Жуки убиты. Максим, подними свою жопу. Не. Вольтера кто-нибудь поднимет или мне поднять? Давай, сейчас поднимем. Мой путь жопов бежит, поэтому я пока не могу. Я подниму. Это чего? Нет! Фор Карл? Я пробудился. Карли! Нет, вспомню один старый мультик. Я родился! Это не старый мультик. Нет, старый. А, значит, я старый уже. Да, ты уже старый.
Нет, давай так, я этот мультик, ну я этот мультик еще в школе помню. Этот мультик вообще не помню. Вот насколько я старый. Где у нас акварк, где у нас акварк? Последний акварк. Бля, мы еще не весь акварк достали. На всякий случай рассказываю так. Был Максим, ему было скучно, он создал меня. Я рассказал ему шутку про рот, его бомбануло, и так появилась вселенная. Да. Основан на реальных событиях. Дигл, эй, привет. Спасибо, что заглянул. Да, я Спайди тоже уже поздравил. Я нашел дрожжевики. Но не нашел пока что. Дрожжевика, дрожжевка. Да-да. Дрожжевика. Подними! Стэмпай! Стэмпай! Подними! Ща! Ты шо то... Не похоже, что ты застрял. Так я и не застрял. Ну вот, а я понимаю тех, кто только застрял. Тут золото. Вы поняли, Максим, реально к тебе киркой хуярит. Ну, блин, у меня патронов нет. Чё ты от меня хочешь? Мне здесь точно нужна платформа. Ща иду. Мне просто вниз надо спуститься. Так. Дай, дай привет, кстати, да. Позади тебя куча народа. Позади тебя я навалил. Осторожно. Блин, а я не вижу, куда там именно. За колонну, что ли? Сейчас, подожди секунду. Вот я вот куда-то туда попал, но не знаю... Туда или нет? Вот там мы. На самом деле, я думаю, в этой миссии он очень бы не помешал именно черепалубный эль. О, боль. Все нормально, да, сойдет? Золото. Да. Окей, ну тогда ладно. Поздравляю, у нас есть фазионит. Нормально, что это такое вообще? Ну, это позволяет ресурс. Это такой ресурс, который позволяет не тратить деньги и ресурсы это другие донат... на это типа донатная валюта. Ну пока, да, ну, пока она бесплатная. Да. Бесплатная очень... донатная валюта. Да. Стрелок. Подожди, а что значит бесплатная? То есть, типа, она пока что выпадает, вы имеете в виду? Да. Она выпадает, или ты еще ее получаешь за то, что покупаешь косметику в магазине? Вы что, нашли последний акварк? Нет, я еще. У нас стрелок. Большой стрелок. Первый еще стрелок. Давай, втащи его. Он исчез, но обещал вернуться через пару секунд. И вот и он. Я знаю, давай бей их! Я сейчас уронят, ага. Я выезжаю. Yeah! Там под щитом поднимите. Можно быстро поднять. Я поднял щит, поднимите. Я пытаюсь добраться до этого дела. Вставай, солдат. Угу. Солдат без боеприпасов. Хотите верьте, хотите нет, но я не могу найти акварк. Я бегаю везде, где только могу. Вызывайте соплю, мы не выживем. Ситуация становится более напряженной. Нормально. Исследовать. Соплю, вызови. Я внизу все смотрели? Господи, к черту, я ее вызову. Вызывайте. Боеприпасы наконец-то будут. Ей. Ах ну. Где этот убивальчик? Я выделил тебе маркером. Стреляю! О, я его нашел. Где это сволочь опять? Кого? Акварк? Да, вот он, здесь. Я его не могу достать отсюда. Почему ты не умираешь? На ножуки сам. Эх, этих жуков слишком много. Я понял, мы на самом деле находимся внутри Армсенга. Это реально наномашин. Так вот что на самом чан. Деле этот Райден убил Армстронга. Он дворфов туда запустил. Нано дворфов. Нано дворф. Пьяных нано дворфов. Прошу, попрошу. У меня закончились патроны для пистолета. Поливаем. Морозься. Так, что происходит? Кстати, при всей моей любови к дриллеру, на миссиях по промышленному шпионажу он бесполезен. Это тебе кажется. Да блин, я даже боеприпасы не могу поднять! Меня опять убили. Мне кажется, зачем у меня какая-то ненависть к инженерам. Зачем поднимать, когда надо бежать? Они просто необразованные, Максим. Ну я так и понял. Армстронг же у нас не образован. Он вообще-то учился в колледже. Сильные.
Он вообще-то учился в колледже, играл в колледжный футбол. Ну, типа, вот, его образование за то, что он спортом занимался. Господи. Ну, я тут, короче, танчу нескольких. Я, блин, мне одной секунды не хватило, чтобы тебя поднять. Короче, делаем вот так. Бум. Капец, что это было? See you in hell. Перк такой, который позволяет вольнуть всех вокруг тебя. Прикольно. Может, я боеприпасы смогу поднять? Попробуй. Я прикрою. Да, попробуем. А, нет боеприпасов. Все, все, все взяли. Все, все выгрузили. Сейчас, сейчас все да. Возьму. Ну, я крахмальника докинул. Вот так, да? Есть, все. Мы готовы. Отчаливаем отсюда. Go, 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 go! Все, ждем 2 минуты. Тихаем с города! Я вызову еще одну. У нас хватает еще. Еще одну вызови. Да вызывай все. Да не, уже не хватает. Вызывай бригаду. А зачем мы пытались без сопли пройти? Ну кто-то ачивку хочет. Да. А у тебя ачивки? Есть ачивка на 2 минуты по и поездки по трубам? Не говори мне про это. В смысле не говори? Она у меня сделаны моральные травмы, я пытался ее выполнить. Я 40 минут. А. Всего 70 секунд. Лок старался. А Валтер сделал эту ачивку, да, Валтер? Ага, да, конечно. Звучал как сарказм. В смысле, я так-то трубы проводил специально для него. Эй! Кажется, там был еще этот тайбат. Угу. Я не помню, кто там был. Или Дахк. В общем, я точно помню, что двум ребятам делал Валтер еще кому-то. Слушай, чё тут местным надо? Я как бы уже 3 раза делал эту ачивку, по сути. Ну чё, сделаем 4-й? Легко. Не, ну и чё? Не сегодня. Когда-нибудь, Андрей, ты получишь эту ачивку. Но не сегодня! Мне что-то откинуло её упасть. Пила земли, наверное. А, чья, спасать что ли надо? Нет, не надо его спасать. Ну ладно, а я хотел спасти. Ледяная буря через 3, 2, 1. Чё, какая буря? Чего еще не хватало? Да не, сейчас начнется, кстати, реально. А, капец. Давайте забаним, давайте забаним Ланара до предсказаний. В смысле, может у него этот прогноз погоды есть? Да, я смотрю по сторонам. Не, ну это какая-то бредятина. Да, согласен. Чтоб смотреть по сторонам, да еще в этой игре. Да. Короче, следуйте за мной. Сись. Follow me. Я не могу. О, давай. Встань, иди. Как дела? Че, блин, Андрей, опять что ли? Да. Не опять, а снова. Встань и иди. А знаете этот анекдот? Доктор, у меня болит нога. Встань и иди. Доктор, у меня посажена печень. Встань и иди. Доктор, по-моему, вышел шарлатан. Иди не пизди. Да-да-да. Да ёп. Беги давай. Вперед, вперед, початку. Пошел, пошел. Я иду. Си. Я, кстати, не понимаю, у меня какая-то проблема. И у меня это зажимание клавиш не работает. Не всегда. Ей! Выжили. Я все еще продолжаю подыхать, даже будучи в ракете. Ну, эй, я считаю... Ребят, спасибо. Спасибо, Шелли. Что мы победили. Была сложная битва. Двойная. Че, пятый уровень сложности, да? Нет. Да легко. Изи. Не, давайте сначала выполним ачивку на supply, раз у меня такие мамкины нагибаторы в команде со мной.
Я и те, что про Заланара и этого, и Вольтера, Максим, ты тут не при чем. Ах, смотрите-ка, какая честь. Но они вообще, типа, рассказывали, что смогут игру пройти одной левой ногой. Так что посмотрим. Одной чужой левой ногой. Одной чужой левой ногой. Экстра перевша. Пяткой левой ноги попрошу. Да-да-да-да, вот, так что... Вот, а у меня тактика, как и в любой игре, я, короче, паникую, бегаю, стреляю в воздух и вот. А враги не понимают, что происходит, то есть я их отвлекаю. Так вот почему ты из дробовика не можешь попасть. Ну да. Ты что думаешь, я целюсь? Дробовик берут, чтобы целиться. Бред. В этом, как бы, режим, да. Короче, есть мысль, давайте сейчас одну мою миссию выполним, потому что... А, нет проблем. Золото. О, нет. Блин. Серьезно. Да, серьезно. А ты не верил, нет? Ребят, давай, там золотая лихорадка. Давай, давай. Там еще и можно повести трубу. О, да, да, да. Идеальная комбинация. Но да, и у нас кружки золотые. Поздравьте меня, я купил все улучшения на все оружие в этой игре. Я не знаю, нахера, но я это сделал. Жалко тебя. Ауч. Вот теперь ты не сможешь покупать улучшения. Ты больше не будешь получать удовольствие от этой игры. Ты купил уже все. Теперь, что бы ты ни делал, новых апгрейдов не появится. Золонар, у тебя что, не все оружие купил? У меня все есть из того, что мне надо. У меня половина навыков не изучена на оружие, потому что они говно, я ими не пользуюсь. Ага. Давай так, Золонар, я не знаю, нахера я это сделал, но я это сделал. Ну, молодец. Блин. Как там этот старый мем? Я просто похлопну. Да. Я просто свечкой держал. А, извиняюсь, у меня походу реварды сломались. Что? Да, у меня походу реварды одни сломались. Mm-hmm. В чате. Награду в чате. Он не выпил. Лимонад. Я вроде пил. Не. Если вы снова я не наливали. Выпил. Я еще не пил. Вперед! За Карла! За Карла. Если сейчас еще будет... Взрыватель золотой, это прям, о май. Притом сходу, сразу, мы выбираемся и взрыватель золотой. А, но мне придется тогда у вас украсть инженера. В смысле? Ну, мне надо будет платформу ставить, я ж не могу за разведчик платформу ставить, правильно? Так ты мне говори, куда ставить, не сразу, но поставлю. Ну да. А? Вот именно. Ну. То. Нормально все будет. Типа, я командный игрок, но не сразу. Типа, это называется командный пинг. Игрок. Надо получать удовольствие от игры. Ну не поставили платформу, да и черт с ней. Ну, значит, не нужна вам эта ваша ачивка на 2 минуты 15 секунд. Че за 2 минуты 15 секунд? Быстро выполнишь, что ли? Нет, ехать на трубе одной без остановок. Мне вообще не нужно. Мне нужно. Типа, вообще. То есть не ко мне. Я никогда ради ачивок ничего не делаю и не собираюсь. Я не знаю почему, но у меня сразу есть один физионит и одно золото. А у меня 14 кропа и одно золото. В ракету завалился. А, куча МакТер, пожалуйста. Вас понял. Разбираемся. Мана. Да что там происходит? Я. Тама. У нас полет. Ща, постараюсь помочь. А, окей. А? Готов, комар. Redeem me is broken, so you can't use it. I'm sorry. Too easy. У нас вкусняшка здесь. Лутбоксик, найс. Кстати, Вольтер, то, что я это называю лутбоксом, хоть это у тебя возражение не вызывает? Окей, окей, все, убедил. Все, убедил. Грузовой ящик. Как хочешь. Не-не, Вольтер, я просто шучу, не обижайся. А тут есть сборщик силиката. Если кому-то интересно. Вижу. Блин, ну что-то как-то... Надо будет забирать на него, когда орда будет. Претарианцев много! У нас тут если что физионит есть, ребят. А, да-да. Я вроде как забрал. Ты еще нашел. Ты еще что ли нашел? Я вот семерку собрал физионита. Так, погодите, а нам скидывать здесь не в моле, да? Нет, моле нет.
Молли нет. Молли. Блять, я вспомнил, как мы играли когда с Вольтером, где мы нашли третью, сука, батарею. Вторую, сука, батарею. А, локация. Внутри текстуры. Да. Она в земле была закопана. Да, нормально. Нормально. Так, вы где ящик нашли? Скажите мне. Да он там внизу был. Я бы тебе показал, но я не могу, меня грызут. Я показываю, я Вольт. Видишь? Да-да, я кидаю батарейку туда. И сейчас я ставлю ее. А, ну или ты вставишь. А еще гляньте, что у нас тут есть. Во, какого штука. Зоида? Зоида. Так под нами тоже. Зоида. Зоида. Золото с нами, золото под нами. Золото снаружи, золото внутри. Золото больше золота. О, а еще у нас зеленая штука есть. Сборка под заказ на... Насас. У меня сборка на... под заказ на этого, на дриллера. А вы что, собрали уже, что ли? Да, ну, да. Вот он, Максим. Блин, вот мне... он, вот он, вот он. Ух. Окей. Эй, hello there. Hey, do you do, do? I'm coming home. Hello? Бомбом. Я получил что-то на инженер. Подожди, это на инженер? Да, на инженер. Не может быть. На... Игра с ума сошла. На пушку, на автоэйм. На дриллера дали. Угу. Ну да, на самую бесполезную пушку. На какую? Ну, типа так, на которая смартган. А, смартган. Умная винтовка получше будет, чем пистолет-пулемет. Да хрен его знает, я что-то из нее стрелял, она какая-то странная. Но все, ну все, мне как-то не если нравится, у тебя не получается что... из нее стрелять, это не значит, что она плохая. Нет, как раз это и значит. Да. Это хороший показатель, нет, что она плохая. А ты у нас эксперт-стрелок? Да, я эксперт по плохой стрельбе. Так, мы суплай не вызываем, то есть я зря нитро собираю, да? Нет, здесь придется сопли вызывать в любом случае. То есть я не зря собираю. А так, я скажу так, если у тебя проблемы со стрельбой, то умная винтовка — это лучший выбор. Да, кстати. Не-не-не, у меня проблема даже с умной винтовкой. Каким, блин, образом? Я ее IQ понижаю, используя ее. И снова привет, Дарк. Так. Что золото не докапывает, какой ужас. Так мне надо его... Я вроде... А, нет. Свой-то кусок я докопал. А я не уверен, что золото копал. Не выполняешь. По поводу смартгана. Вот дробаш — это самое то. Все. Все, остальное гад. Давайте так, Максим, нас тобой любит смартганы, что за киберпанк проходил не со смартганом. С киберпанки у меня была самая крутая штука. У меня была рельсовая пушка, и она все ваншотила через стену. Случайно не рельсовый револьвер. Ну там есть один рельсовый револьвер. Был классный дробаш. К нему прокачиваешь способность типа отхиливаться от типа попаданий. Он просто моментально стреляет, и ты на фулл хп с одного выстрела. Шикарно. И куча брони. Мне нужна платформа. Товарищи, товарищи, нужна платформа. Вот. Дайте платформу. Заказывали, получите. Uber платформа. Еще одна сюда. Че, куда, куда, куда? А, ага, вижу. 9.3/4. Попал. 4.3/9. Вот, вот, видите? Командная работа. А вы беспокоились. Хотя тут, судя по пещере, кстати, там куча золота, и там куча золота. Придется услугами буильщика пользоваться, а не... Окей, инженера. Я выезжаю. Блин, куча золота. Мы еще не проводим. Надо сначала золото добыть. Да. Куда вам столько золота? Чего с ним делаете? Да, даже как-то пока не работает. В этой игре. Ну, типа, я почти ни на что не трачу. Работает нормально, что? Потому что тебе ничего не надо. Ты в эту игру играешь, потому что я тебя заставляю. Ну, типа... Работает же система. Типа, тебе ничего не надо, ты можешь не напрягаться. Блин, каждый по-своему видит. Че говоришь? Да нет, это у меня просто проблемы с редимами. Максим, давай. Давай так, у меня челлендж, я хочу сейчас собрать всю косметику. Кого? Краситься он хочет, понимаешь? Нормально. Я хочу весь контент в этой игре, который можно разблокировать.
потому что я... в чем суть этой игры, если не разблокировка контента? Верно? Я боюсь тебя запускать в мир варваров. С такими словами. Мы играли. Мне море варваров не... мне море варваров не понравилось. У нас все закончилось на том, что мы, короче, подплыли к другим чувакам, сперли у них весь лут, уплывали от них, но не уплыли. Да. И поэтому не понравилось? Наверное, давай, не я море варваров приемлю только в формате стрюма плюхи. Все. Потому что? А? Ну почему? Потому что? Потому что плюха забавный стример. Классное определение. Не, ну она как Максим, только женщина. У меня... я поставлю вопрос по-другому. Вот чем конкретно тебе не нравится море воров? Батл пассом. Причем в этой игре тоже батл пасс есть, не? Не-не-не-не, Максим, не путай прекрасный батл пасс в игре, которая мне нравится, и батл пасс в игре. Ну, то есть, получается, все изначально сводится к тому, что тебе не нравится море воров. Я не люблю батл пасс. Вполне стандартный батл пасс. Я не люблю батл пасс, это, на мой взгляд, навязывание... Комар, комар, комар. Чувак, где? Чёрт, комар. Сейчас разберемся. Ребят, на сборщиков, ребята, все на борщ шлаколета. Шлаколета. Ну я тут, и чё? Господи, да, Иисус, я застрял на другом. А тут нам нужен этот. Всё, убивайте жуков теперь. А чё, каждый должен кого-то убить? По 5 штук. А если я пацифист? Стреляй в себя. Стреляй в себя? Пацифистом. Так я пятерых так не смогу убить, только одного. Вы главное сборщика не убейте. Да. Всё, готово. Расходимся. А у тебя не было тачек? У меня не было, я же один играю обычно. Получить ачивку. А у меня нету ачивки. Видимо, ты не убил 15. В одном сборщике. О, май. Нет, все должны были убить ровное количество, иначе бы не дало. Да. Да. Ну, как ровно. Было, Андрей. Столько же или больше? Ну да, минимум 5 так как. Глифидов на столе. Сколько золота? Вы посмотрите, сколько у нас золота. Это мало. Да, мне не дало это ачивку. А мне дало. Я мне вижу, что дало. Вам с Вольтером, что вам с Солонаром дало. Ладно, она, а у меня нет? Просто вопрос, а мне выдали? Нет, Максим, тебе тоже нет. Мы особые. Да, они особые. Читаки. Может, вы особые, а не мы. Не, ну я-то не зарабатываю ачивки. Видимо, поэтому в игра не выделала тебе ачивки. Сказал, да, что ты... не, я да. Рад. Типа, игра понимает. Мы на одной волне с игрой. Мне все еще интересно, чем тебе не нравится море воров. Ты не договорил. Море воров, оно немного однообразно местами. Наверное, это Андрею не нравится. А это как будто, блин, разнообразно, что пиздец, ну, эта игра. Ну, не знаю, Андрей, тебя хрен поймешь. Может, тебе там не нравится однообразие, а нравится. Давай, ой. В смысле, что произошло? Почему меня выплюнула опять игра? Как ты меня бьешь? Тебя выкинуло, что ли? Меня выплюнуло, как из пулемета, знаешь? Так пульку. И знаешь, у меня в синглплеере даже пару раз такое случилось. Не до... Да, это после обновления фигня какая-то. Бан. Здесь еще один сборщик шлака, попробуем еще раз. О боги. О май гад. Вольтер, прости, пожалуйста, но мне почему-то не засчитал. Я не знаю почему. Не извиняйся передо мной. Извиняйся, перед игрой. Да. В смысле, эта игра должна перед ним извиниться? Она тебе ничего не должна. В смысле, должна? Я не понял. Это... нет, Максим, это ты должен играть в Дипрог. Я вообще не должен в Дипрог играть. Я настолько не напрягаюсь от этой игры, что даже нельзя сказать, что я в нее играю. Так, хорошо. Угу. Какой провод будем вести 2 минуты? Первый, второй или третий? Убирайте. Посмотри, вот, какой дальше. Ты тут да. Главный дядька, так что давай ты и делай. Веди любой.
Так, Волтер. Да. Можешь, пожалуйста? А, ну ты тогда со мной пойдешь. Так, угу. Канзак. Да. Проведи, пожалуйста, эту трубу до ближайшей. Где там? А что, третий уже привели? Если я правильно помню, Максим, да? Да. Проведи, пожалуйста, вот эту трубу до той штуки. Меняйся, банки, я напоминаю. Сделаем! Так, теперь. Так, указывай. Сейчас. Я провожу начальную работу. Не можно строить трубу или то строить ее нельзя? Да, да, строй, конечно. Так, теперь мне надо. Так, Валтер, встань сюда. Угу. А, мне так. Не понадобился, хорошо. Так, все, правильно, сюда. Валтер называется? Не Волтер? Это не важно. Я не против любого произношения. Копай сюда. Дважды перегрев. Он не против любого произношения, главное не Пётр. Да. Хотя знаешь, тебе не хватит дважды перегрев. Одного хватит. Здравствуй, камера. Просто там будет этот... Сейчас я выйду с пещеры, а то блокирую. Зачем? Все нормально. А, все нормально. Я достроил. Теперь давай. Андрей, поздоровайся с Вархаммером. Вархаммер, вот забанить! Забанить Вархаммера! Так, тише, я инструкции слушаю. Ну просто копай. Как решит твоя пятка левой ноги, что ты устал? Копай, пока не надоест. Да, дайте посмотреть. Так, точно, сэр. Я правильно поздоровался с Вархаммером? Наверное. В чем? В смысле, а вы просто по туннелю этому фигачите, что ли? Так, стоп, Валтер, стоп. Я, кажется, теперь... достиг границы карты. Да, да, давай тогда вот здесь направо 25%. В смысле, раз забанить, пошел. 25%, окей. Пока! А ну рассказывай, что у тебя там. Есть. Карты тут. Стоп, она ломает. Или это не граница? Что да, это не граница еще, но это близко. Теперь вот туда под 45 градусов 75%. Так, 45 градусов. 75% что? Заланар, может там пока с Максимом начать трубу строить потихоньку? Стройте? В чем проблема-то? Ну я у тебя спрашиваю, ты же тут есть. Да стройте, конечно. А типа вот эту, которую вы типа делаете, что ли? Да. Да, да. Вау, да. Вы, блин. Ну ладно. Ау. Так, теперь прямо. Окей. Перегрев 2. Понял? Два перегрева. Хуаву там. И это уже не первый раз просто, когда я забурильщик строю туннели. У меня есть опыт забурильщик строить такие туннели. Так сказать, не именно за него, а проводить. Слушай, в чем фишка? Не проще ли всю карту просто застроить? Смотри на размер этой карты и на то, насколько мало там места, где можно поставить пластины, по которым можно проводить трубы. Тебе придется три круга проводить там по всем, и при этом куча места будет занято. Проще просто прокопать здесь. Видишь, Андрей? Так, у меня заканчивается топливо. В ту сторону до конца топлива. Окей. Так, 0 градусов. Да? Поехали. А там же в одну сторону типа надо катиться? Да. Угу. В одну сторону, в сторону. Пошлите к этому сборщику, пожалуйста. Зачем? Сейчас. Ачивку он хочет. Да. Я люблю ачивки. Я хочу хоть одну игру затратить на все ачивки. И я выбрал, что игра слушай, будет игрой. Ты не мог игру попроще выбрать? Это закончилось, Волтер? Да, топливо закончилось. Угу. Не ставим балауги. Ой, взрыватель! Детонатор! Детонатор! Макс, все, уходи от сборщика, Макс, уходи от сборщика! Мисти, а что с ним? Ну, потому что сейчас это бубон. Бубона нужно убивать, Макс. А, где там ваш бубон? Иди сюда! А, тут подавитель на входе, если что. Меня обняли! Господи, а, вижу аппетита. Есть. Минус кому? Господи. Сюда. Детонатор тоже на входе. Поскольку так решил у нас. Решил меня попрыгать. Детонатор!
А он не золотой? Нет, не, он обычный. Да вроде нет. Обычно не, самый обычный. Я заморозил его. Убейте его. Есть, отлично. Обещаю, так, по-моему, помощь. Соплю нужно звать. Поддерживаю эту мысль. Давай. Где-то нужна сопля. Сейчас нам поту надо. Стужайся, козел. Вот я, ты меня морозил. Ты стоишь на линии жижи. Печаль. Всю жизнь сейчас мы все заморозим. Так, у меня опять боеприпасов нет. Вот, возьми. То есть поднять... Так. Чё, суплай прошел? Ага. Спасибо. Смотри, не убейся. Суплай. Вы замечательные люди. Или дворфы. Сами уже определить. Я пони. Я не просто пони, я бэт пони. Ты бэт пони? Да. Подожди, а у тебя там типа маски? Блин, класс. А ты что, его стрим сейчас будет? Нет, я просто представляю. Я вообразил, что он самый замечательный в мире стример, самый лучший ютуберский аватар. Так, стоп, засмущал. Так, это ж Вольтер. Что такое? Вольтер, он у него самый замечательный стримерский голос. А, ну спасибо. Да. Это же не Максим, это же Давид на прошлом стриме сказал. В смысле, я тоже говорю, что у него классный голос. Ну нет, ты это просто сказал. Так, Вольтер, ты без остановок едешь, да? Да, без остановок. Хорошо. Потому что тут подъем был резкий, там появилась остановка, пришлось ее сломать. Угу. Ребят, вы там еще раз пройдитесь по пещере, посмотрите, может там еще есть ресурс. Я пришел в метро. А ты? Нам сюда. Я же правильно понимаю, что чтобы засчиталась ачивка, труба должна быть построена? Ну, она в любом случае должна быть построена. Типа, нам ее надо завершить по-хорошему. Я в том смысле, что по каркасу ездить нельзя. По каркасу можно ездить. И засчитать? Что-то в проекте. Да. Копай сюда, копай. А чего еще в пещере хотите? Да? Я говорю, что еще в пещере хотите достать? Ну поглядим, может там золото или еще есть что есть. А может быть что угодно, там хоть этот. Хоть луковица может спрятаться в текстуре. Это обыкновенное дело. Вот я вижу лунный сахар, Мунасера. Окей. Продолжаем. Окей. Чуть-чуть. 25%. Есть. Все, теперь давай. Раз тут такой ровный проезд, давай вот прямо вот сюда. Так. Есть. Еще давай. Я называю это станция метро Вознесенская. Че? Да, у нас метро и получается. Когда здесь появились трубы, которые можно проводить, я был счастлив, как 100 китайцев, потому что я люблю проводить рельсы. Да. Я люблю поезда с поездами. Вообще поезда одно из самых моих любимых. Да я угадаю, тебе очень нравится игра Factorio. Ну, очень нет, но в целом, да, веселая. Нет, блин. Ну подожди, ну там же она практически про поезда. Нет, она не про поезда, она про заводы. Нет, ну там что-то такое можно ставить. Она про заводы. Хороший чай. Ну, и заводы как-то там что-то соединены с друг другом железными дорогами. Еще право, прямо 100%. Можно не только с железными дорогами соединить. Я не играл, я просто видел. А, да, блин, я понимаю, все, я понял. Боится. Замечательно. Тогда давай я ровно налево. Здесь вот, сюда. Окей, лево руля. Мы копаем шахты, мы копаем шахты. А на сколько мы больше золота получаем? На 100%. То есть, типа, мне вот постоянно приходится это золото относить, потому что оно у меня слишком переполняется. Вместо 1,5 – 10,5, окей? Золота слишком много. Вперед на 3 перегрева. Окей, 3 перегрева вперед, вас понял, сэр. Так, поехали.
А по вашим предположениям, вы уже насколько сделали? Можешь пойти в начало, включить секундомер ровно в тот момент, когда поедешь, и проверить. О, кайф. Сворм! ПГФ 2. Оп. Здесь остановись пока что. Знаешь, что сделай? Вот здесь вот выкопай небольшое место. Вот Андрей, ты там с ним? Здесь вот тоже. Да. А, то есть я один, ну, кто пытается золото зарабатывать. Понятно. Я еду, пойдем. Привет. Анкару, если что. Я думаю, обратно надо возвращаться. Кофе с карамелью, это хорошо. Так, ну смотри, что здесь можно сделать. Да, можно вести прямо, можно разворот вниз и поехать обратно. Давай, наверное, еще прямо. Два перегрева точно. Окей, два перегрева прямо. Здорово, Андрей. Когда ничего? Перегрев раз. Что, сколько не считал? Перегрев два. Че, Андрей уже обозвался в метро? Да, это будет станция метро Новокузнецкая. Так, по нашему так. Метро кто-то лезет. 50% вперед. Окей. И направо 25. Андрей, прикинь, безбилетники по метро. Так, и направо. Так, вот, 25. Есть. Ладно, Макс. Так, теперь вперед, вот сюда 10. И на 45 вниз 75. Так, у нас 45, вниз 75, окей. На 45 градусов, ну ладно. Мне кажется, это не 45 градусов, ну ладно. Мне очень интересно, когда мы будем качать нефть. Вы заебёмся. Да вы, вот эту вот штуку не заебёмся чинить, серьёзно? Нет. This is fine. Нет? This is fine. Нет. Вот, так, долго ещё строить, потому что чё, вот типа, сюда, мне, прямо... Как бы уже этот... Два перегрева. Так иди проверь, я же сказал, берешь секундомер. У меня нет секундомера, да и мне вообще пофиг на. Вот а Андрей пускай, типа. Андрей. Что, на компе нет секундомера, серьезно. На компе. А. Не, ну берешь секундомер и включаешь на компе, это разные вещи. А я хз, где на компе секундомера, если что. А на телефоне? Телефон где-то валяется. Я с удовольствием бы поверил, да мне трубу строить еще. Так я тоже трубу, заказ делаю. Еще два. Товарищ Золонар, еду. Не переживай, еду. Давай, Андрей, делай. Сейчас, я еду обратно. Я ленивый. Да. Я помню, мы играли с Максимом Фарминг Симулятор, если знаете такую игру. Конец топлива нету. Пойду за дропподом. Я, короче... Давай. Сею. Второй чувак, который с нами играл, пашет, Максим сидит в погрузчике и слушает радио. Не в погрузчике, а в паладине. Ну это паладин, погрузчик паладин был. Ну это был паладин. Главное посветите, чтобы пока едете, вас не скидывало с трубы. Да. Да вроде не скидывали. Да норм вроде. Блять, меня поймали, поймали, пацаны меня обняли. Кто? Приятного аппетита. Мои соболезнования. Жук, ну жук, это комар. Даме. Димон! Я еще жив, не надо. Я выжил. Прямо. Да. Ну, ты можешь нажать на таб и смотреть так. По тому, ты как еду, мы прокопали. А до сих пор типа идет волна, да? Нет, волна уже закончилась. А, чё тут дофига их лезет? Потому что это они же типа к нам поползли в дырку, Максим. А, блин, меня комар. Андрей, теперь меня схватили. Ладно, поехали обратно, а то они сейчас там.
Секундомер включил. Да, включил меня. Как из этой штуки выбраться? Никак, если у тебя нет скилла специального. Понятно. О, смотри-ка, вы там оба живые. Да я бессмертный, все нормально. Нам в любом случае придется уехать. Да, именно поэтому. Окей. Так, что там у тебя, Андрей? Едем. С местными развлекаешься? Следующая остановка... Смерть. Next station – смерть. Пожалуйста, пристегните свои ремни во избежание отрывания конечностей. Смотри, как быстрее пошла, а нет, все, медленно встала. По-моему, идеально получилось. Да, великолепно. Смотрите, сколько тут сборщиков. Не, да вообще все сюда пришли, говорят, ачивку выполняй. Сейчас, где мы, часы, секундомер, так, раз. Ой, берись, я сейчас этого силикона убью, сраного. Раз, два, три. Почему такой негатив? Ну, потому что он мешается. Ну, типа, скажи, типа, чувак, чё ты тут стоишь? Отойди. И он такой возьмёт и отойдёт. Это бот в игре. Чё, катаемся? А? Пошлите его выполнять, или под... Что ты, Андрей, хочешь сказать? Мы уже уехали. Я тоже. Рита секунд еду, полет нормальный. 5 волн. Мультипарк Галактик стал симулятор поезда. Да, ну это тайкун. 40 секунд. Полет нормальный. Парк развлечений тайкун. Два фигиши. Да не, это фигня, а вот то, что я на прошлой карте строил, когда Валтеру делали, вот это было весело. Да, Валтер? Угу. А что там было? А там минута, было полет нормальный. Там закончится уже сейчас. Минута. Минута, где-то минута примерно. Минута 4 секунды. Боже, нам еще столько же. Еще столько же, да. О, ужас. Ну, я вас верю, чуваки. Вперед. Давай, вперед. Окей. Поехали. Давайте. Зато тут прикольно чуваков в туннеле принимать. Я вообще просто думаю, какая сволочь, какой моральный урод придумал это достижение. Ну, прикинь, чуваки такие, блин, давайте трубы сделаем, а Ваню кататься можно, а давай, типа, кто-то долго будет кататься. Кто-то будет всю жизнь на них кататься. Вот, и давайте будет такой залонар, который будет всем, короче, трубы строить. Короче, ты был рожден для этой роли. Залонар, нарекаем тебя Северный поток. Два, пожалуйста. Два? Да. А почему не три? 2000. Ладно, нарекаем тебя двумя северными потоками. Ну, это тоже звучит прикольно. Вот один. Второй. Северный поток. Дитя севера. Что-то опять боеприпас трачу. Сеть. Двухуровневая сеть метро вокруг карты получается. Ну и давайте разворачивать его в обратную сторону, не? Не сработает? Нет, погоди. Нет, погоди. Сейчас будет интересней. Вы кольцевой будете делать? Смотри, Валта. Да. Смотри, копай сюда 25. Копай. Прямо. Сейчас. Прямо 25. Блин. Все, конец. Нет чем копать. Да вы сюда суплай. У нас еще деньги есть. Давай. Supply. Supply. Блин, какая упортая хрень. Ей что-то не нравится? Да, блин, вот строить эти трубы, да, не нравится. Не строй, займись чем-нибудь. Так я не строю. В смысле, я в эту игру играю, чтобы всем заниматься вычищать. Ну, не знаю, с каких топор решили выполнить ачивмент. Смотри, 10% туда. Есть. Так, теперь смотри, от этой позиции
Нажми на таб. Mm-hmm. Видишь, там в ту сторону, куда я смотрю, там есть место свободное. Можешь нажать на space, mm-hmm. и тебя развернет туда. Вот туда копай. Это вот где-то, ну, градусов это 3-4 в ту сторону. Окей. Бам-бам-бам-бам-бам. Блин, давай не туда. Стоп, кажется, понял. Открыть проход туда, да, получается? Да, 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 да. Сейчас, сейчас, секунду. Есть. Отлично. И жук сразу такой, здравствуйте. Эй, привет. Hello there. Чурочков нашли? Метро вышло наверх, как бы. А, фак. Типа этот, открытая линия? Да. Не, Макс, вообще-то во многих метро есть части, где, которые не под землей. Ты, Андрей, я в курсе. У нас в городе есть метро. А Нью-Йоркская, Нью-Йоркская, по-моему, вообще оно все практически снаружи. Так, мне нужен инженер. Зачем? Мост. Ясно. Я далеко просто. Ну я еду к вам, сейчас приеду. За нами выехали. Да. Так, хорошо, Валтер, смотри, значит, мы пойдем сюда сейчас, да? Угу. Потом туда, и там надо будет дальше копать. Копать. Едем, едем, едем. Далекие края. Счастливые соседи, веселые друзья. Так, я минут Ой. Через 10 пойду уже. О боги. Как да ты ему еще долго ехать? Ну, типа, я еду. Едем, едем. У меня 10 минут есть. Зло. На дискотеку. Боюсь, не управимся мы за 10 минут. На дискотеку. Ой. Я слышу большую бабаху. Еду в Магадан. Вот она. Окей, пошел ее замораживать. Нет, не достану. Че у вас тут? Достану. Здорово. Я порвем. Ща рванет. Беги. Че, к- кому, где инженер нужен? Иди сюда. Okay. А ты, платформу вот сюда. Ну. Смотри, ничего, бежит. Теперь платформу вот сюда. Сейчас мы доверяем. Кто вам? Не зря так, инженер. Платформу сюда. И сюда. Попал. Бриллиант. Че такое? Да. Меня, вы меня скинули уже третий раз. Я ничего не делал. О, фасил. Блять, я гляжу на эту хуйню. Извините, ребят, за мат, но это пиздец, блядь. Про, про метрополитан наш. Кто хотел ачивки? Да. Заланар. Все. Спасибо тебе. У меня есть эта ачивка. Заланар, спасибо тебе. Это самая классная бэтпони в мире. Спасибо. Блин, надо будет реально посмотреть, как у него аватар выглядит. У него великолепный аватар. Да. Копать. Копать. О, ребят, там, там был сборщик шлака недалеко. Пойдемте к нему, пожалуйста. Пошли нафиг. Вот. Это Заланарус, который? Или это не то? У этого какая-то Heroes of the Storm. Что происходит? Заланарус, что ли? Почему меня скидывают? Да. Макс, иди к нам. Да иду я. Чё? Тут я. Или не тут? Не, я не тут. Я улетел, кто-то меня скинул. Да не кто-то, а там сборщик шлака, который хер знает. Я вонючки раскидал, если что, стрелять. Стреляйте, комар, я убил комара. Стреляйте, комар, поднимите! Мне кажется, не удастся нам помочь. Да, не удастся, это да. Нам очень тяжело. По крайней мере, может, сконцентрируй 3-3 пинус.
Ладно, я думаю, уже не последний раз играем. Виноват, человек яйца! Я думаю, человек яйца виноват. Это все заговор. Да, людей яиц. А, зря не так, зря. Все, он мёртв. Пошли назад. Я с удовольствием, меня грызут. Ты где? А, да, ты вон не, тут. Не грызись. Идите, не. Я не грызусь, в том-то дело. О, им... потом покажешь модельку. Я с горя аж упал в землю. Что за моделька? Да, просто вон там из... у художницы модельку. Моделька появилась. Окей. У специалистов. Поднимайся. Как так? Макс, как там это? Вставай, самурай, еще это City to Burn. Wake up, самурай. City to Burn. Я, кстати, находил этот рекламный шампунь, гель для душа. Чего? Серьезно. Мерч. Ну, гель для душа, по-моему, фарки. И там, типа, было нарисовано это всякое киберпанковое залупень. Подожди, а Золонар, у тебя ник так же называется? Как в Дискорде? Золонар. Золонар? Алло. Вольтер. Че за молчание? Че происходит? Я вернулся. Ага. Я не знаю. Золонар, у тебя на Твиче ник такой же? У меня на Твиче ник Золонарус. А, это все-таки ты был. Ты в Heroes of the Storm играешь? Ну да. Меня вот прям сейчас зовут. Хорошо. Это Золонар настолько скучно просто играть Deep Rock. Да, он параллельно играет, я так понял. Не, в смысле, я не играю прямо сейчас. Так у тебя такая поняшка. Блин, я реально ожидал пони там увидеть. Блин, все, я расстроен. Сейчас обойдешься. Я расстроен, все? Мас, кинь ссылку в свой чат на него, пожалуйста. Блин, я только что закрыл вам. Вал, ты... Я еду. Я здесь, я почти здесь, я все хорошо. И все хорошо. Так и записал. Валта, все хорошо, точка. Все хорошо. Все хорошо. Куда? Прямо? Прямо. Два пинга. Ну вот, Андрей. Спасибо, Макс. Что у вас там? А, в данный момент не стримит. Emotional damage. У меня сегодня выходной. Ничего, можно стримить. Только так, стоп. Так это какой-то Бэтмен с ушами. Ну да, я тоже, я такой, блин, я ожидал поняшу там, оказалось. Это Эмо Бэтмен с ушами. Все равно классно. Нет, это тогда звание самого крутого аватара уходит. Волтер. Ой, чё, 3 метра. 3 метра. Блин, 3 метра, это сколько? 5%. Это Тризулина. Нифига у нас 3 метра не выйдет. Это у вас какие-то шутки для своих, что ли? Давай туда. Не обманул, а пошутил. Чё у вас там с вашим метрополитеном? А, спасибо, Эн. Спасибо, Эн. Строительство идет. Скоро наполним его существами. Самое время проверить, кстати. Я и Максима. Конзак. Андрей. Езжай. Что, Максим? Заводи секундомер, блин. А, сейчас. Вот отсюда садишься и едешь. Да. Сейчас. И напиваешь что-нибудь. Типа там, еду в Магадан. Давай, running around with the speed of sound. Ты готов? Раз, два, три. О, блин. Поехали. Ты, господи, ешь. Отпусти. Раз, два, три. Что у вас там происходит? До свидания. Наконец-то ты ушел. Пока, пока. Блин, интересно. Блядь! Что? Да как ты убился? Я спарталец столкнул. Ну этот. А, вижу. Хотите прикол? Тут один человек пытается меня смотреть через Steam трансляции, нежели через Twitch трансляцию. Не, ну. Какая разница? Интересно просто.
Да ёб... А ты что, стрим там на 50 тысяч перенос? Нет. А, это у тебя запрос типа направил. Он запрос отправил, да. А, все, я понял. Я думаю, тебе типа там, по-моему, у Steam же есть браузер, по-моему, свой устроен. Ну да, у Steam есть своя система для трансляции, но не думаю, что она особо подходит так. Так, я готов. Золонар, нет. Золонар, да. Я иду тебя вытаскивать. Блин, или мне там остались. Да я вытащу его. Файн. Типа, я главное решала, сейчас зарешаю. Все, готово. В любом случае, мне нужны патроны. Спасибо. Пожалуйста. Это вам не патроны, это вам. Ладно. Дубль 2, пожалуйста. Я еду, поеду. Я уже еду. Ладно. Я надеюсь, ты сначала начал, да? Нет, блин, ну, середина. Да я не удивлюсь. Ой, спасибо сейчас... тебе, Долонар. Я сейчас беру свой секундомер. Пепер. Больше секундомеров. Да. Больше секундомеров, богу секундомеров. 40 секунд полет нормальный. Не то. Где он у меня? Где-то паскуда. Что там делаешь, Волк? Он ищет паскуду, сказал. Маленьким другом паскуды, говорю. Какие же вы злые, а? Не, что по-доброму. Да он по-доброму ищет паскуду, в чем проблема? По-доброму ищет паскуду. Понятно все с вами. Добрый паскуда твар. Да. Окей. Добрый паскуда тварь, это звучит какое-то прозвище Скавина. Окей. При том у самого злобного, да? Запускаю, я еду. Блин. Вот опускаешь. Я тоже попал. 5 секунд полет нормальный. Не, так. Че? Минута 40. Почти на месте. Так, ну что, вам осталось 20 секунд, да? Да. Сколько только займет прокладка этих 20 секунд? Но чем больше вы катаетесь, тем больше оно займет. Ну, типа, я просто решала, я просто. Ты зачем копаешься? А или не надо, а, понял. А или не надо. Я должен туда пошире просто. Нет. Оно само. Блин, у нас недостаточно для еще одного ресуплая. Серьезно? А тут же есть. Вот. Вот сейчас я заберу. У меня есть 6 нитры. Это спасет! Да блин, это опять рой. Реально спасет. Там реально 6 не хватает, если ты не заметил. Серьезно? Ну да. Серьезно. А еще у нас там куча жуть. Не важно. А я. Все равно злые какие-то. Я офигеть какой злой сейчас из-за этих тоннельств. Смотри, как тебя друг пришел. Хрену. На самом деле очень геморройный миссия. Я думаю, даже геморройный чем. Да вы сами решили этим заняться. На меня злиться не надо. Я не понимаю, чего мне нравится. Мне доставляет удовольствие строить туннели и как бы проводить. Прикольно, мне классно. Да, Ланар, у меня. Я на тебя не злюсь, у меня все нормально. Все понятно. Я считаю тебя самым лучшим бэтпони, все нормально. Спасибо. Только бэтпони, да? Подожди, а счет? Почему он бэтпони? Он уже сказал, что он пони Бэтмен. Нет, Бэтпони. Бэтпони. Не Бэтмен. Бэтпони, если что, это такой вид пони. Еще есть Пегас, дороги и земной пони. Я, наверное, в сумме... Спасибо за что заглянули. Смотрел, ну не знаю, вот минуты полторы. Ну вот. Здорово. Ты не думал, что это может оскорбить мои чувства, когда ты называешь меня каким-то Бэтменом? Так Бэтмен классный, ты чё? Я ну, не это оскорбляет его чувства. Бэтмен самый умный персонаж в Бэтмене. Умный или? Продуманный. А что, у меня просто вопрос... Почему стрелок копает и разведчик, а инженер и бурильщик отбивают? У меня тут кирка осталась. Где мы повернули не туда? Ролл-свич пошел вон из моего тоннеля. С
слушай, как там называется? Может, все, уже пора, я думаю, буриться к этому. Я и собираюсь. Будет 20 секунд. Я и собираюсь. Так, чуваки, 3 минуты, я пошел. Макс, ну потерпи, пожалуйста. Чего потерпи, пожалуйста? Не тебе рано утром, блин, вставать на работу. Мне тоже завтра на работу. И чё? Эй, с 6 утра? Спасибо за холл. Макс, стрелок, уйди. Уйди, Конзак. Пшел. Пожалуйста, спасибо. Андрей. Прямо до конца. Андрей, спасибо. Это немного не то, прямо куда я говорю, ну давай. Господи, спаси, коммунизм процветает в полной мере. Нам туда. Спасение коммунизма. Это был тоннель, но его забросили. Так и запишем. Отстойник для двуфов. Не, это для тех, кто устал ехать, они такие, типа, блин, хочу отдохнуть. И вот комнатка у них такая небольшая, с туалетом. Сортирная ветка. Сортирная ветка. Нам, стоп, теперь налево. Хайвёдое у вас метро, ребят. Да. В смысле? Наоборот, самое продуманное и оптимизированное. О, привет, как дела? Hello there. Дженерал Кеноби. Я погиб? Кто, блин, такое крутое пике там сделал? А мне, кстати, нужна эта... Платформа. Максим, видишь, что да. Ну смотри. Добро пожаловать в наше веселое метро. Да, вот еще две в эту сторону. Вот в эту, вот здесь еще две платформы. Да, все замечательно. It's for achievement. You have to make a pipe that will take 2 minutes to cover to get an achievement. So it's have to be long as hell. Куда там дальше? Мне нужна это. Мне нужна платформа. Макс, иди обратно. Куда обратно? Нет. Посидите, у меня только кирка и куча врагов. Представьте, что нам еще миссию выполнять после этого. Представьте, что у меня еще одна минута. Ну, Максим, давай, мы проложим метро, выполняем ачивку, и ты валишь. Хорошо. Договорились? Ладно. Я так поведу, окей, я понял. Мне ачивка-то не нужна. О, бой. Че, куда, че? Ну, уже давай сюда. Ага. Ну просто на меня реально там напали, не до этого было. Все, сойдет? Андрей, еще. Ну, вот до сюда вот. Вот видишь, где проекция. Еще. Да, блин. О! Вот, все замечательно. Инженерное дело! Охренительное тоннельство. Убейте меня. Так, все, я поехал. Вот доезжаю до конца. Не, подожди. Не туда поехал. Ну, короче, как до конца доезжаю, я ухожу. Так, смотри, okay. Надо достроить метро и потом поедем. Ай, бля! Я упал. Мне еще завтра. Завтра на работу, да, мне тоже надо. Да. Но я могу еще выдержать. Тебе не к 6 утра. Да. Да, да. А. Делать вещи! Суровые. Ой. Вещи! К черту ваших собиральщиков, ляльщиков. Кстати, всех сборщиков силикона надо убить. Зачем? Да. Месть? Чтобы они не мешали. Ну. Ты поедешь, и они встанут на пути и скинут тебя. Да, сборщики они такие. Ишь, как его уеднуло. Готово. А, святые помидоры. В смысле, вы реально закончили? Да. Аллилуйя, братья! Вы видели это? 1000 лет и 3 года они копали этот туннель. И они его сегодня завершили. Во славе же Господа нашего за спасительный туннель. Встаешь в этот туннель и едешь. Я уже давно по нему еду. Я не помню, когда встал на него. Я еду целую вечность. О, свет. Нажмите на тап, пока едете.
Зачем? А, ну, чтобы ты видел всю трубу. Зацени этот парк аттракционов. Разве он не прекрасен? Разве он не великолепен? Блин, я... Но в том году был в Анапе, и там был... Здорово. Там всего минута. Здорово. Здорово. Ничего себе, ты тупого. Да. У меня все дроп-поды уходят на топливо. О, нет, еще и Swarm. Я надеюсь, я успею доехать. Так, я доехал, я хрен его знает, дали или нет. А ты погляди. У меня оверлей не включен. Я не, я вас поглядел, Максим, но я не хочу игру сворачивать, потому что я... Фонну возьми. Ой, блин, а долго качать там надо будет по времени? Нет. Нет, недолго. Я тебе даже больше скажу, там больше трех пробоин не может быть их априори. Ну блин, там все равно где-то их искать надо. Если повезет, может вообще не сломаться. Мы обо всем позаботимся. О чем вы позаботитесь? Надо опять нефть тебе сливаете? Да. Мы обо всем позаботимся. Знаешь, когда мафиози об этом говорит, это звучит как-то неоднозначно. Ты знаешь, как это звучит. Да. Как представитель всех рахов, я вам заявляю, я не... не скажу. Я не рак. А? Как представитель всех раков, я заявляю, я не рак. К сожалению, нет. Да. Мои поздравления. А, ты все, сработало? Можно выкинуть нахуй в окно компьютер. Все, можно эту игру выкинуть! Все, удаляй! Кстати, Валтер, да, если так подумать. Я умер. Окей, спокойной ночи, Ред. Я ж. Ребят, я жму на закачку не. А. Мы сейчас все подохнем. Почему? Да, нормально. А, у нас нормально. У каждого по одному хп. В нас плюнем и сдохли. Кстати, ух, поднимите Золонара, пожалуйста. Вижу. Нормально, он хороший нормально. Человек. Он хороший пони, он нам помог. Да, он, типа, получает звание... Блин, я не знаю, как... Блин, прораба. Звание, спасибо. Живой труп. Будешь прораб? Живой труп? Не-не-не, он не император. Труп на троне. А, господи. Ересь, ересь. Да. Там, я кстати, хотел сказать там... герой группы ББ. Герой гроб кладбище. Гроб кладбище нам. Странная у вас вещь. Ау! Чё-то было? Это я две кластерные гранаты кинул, Максим. В меня, да? Молодец. Ай, господи. Спасибо вам, спасибо. Только запомни. Пени. Чух-чух-чух. Я смотрю, ты вошел во вкус, да? Да. Он больше никогда не уйдет с этой карты, поверьте мне. Да. Кстати, я, возможно, как вы думаете, мы получим достижение час в миссии провести? В смысле, мы уже тут, считай, час. Мы капитаны. На эскейп нажми. Мы кондукторы этого говнопоезда. А, 5 минут осталось, да. Мы получим это достижение. Какие 5 минут? Кондуктор, we have a problem. Кондуктор, we have a problem. У нас проблемы. А, топ. Не, показалось. Не пробоина. Отправляемся в далекие путешествия в поиске дрищи. А! Поиска кого? Не важно. Дрищи. Дрищи. То есть, типа, мы там на какие-то другие дыры. Слова не одобряем, а вот дрищи можно. Понятно все с вами. Двойные стандарты. Дрищится состояние души. Я починил. Ай, молодец. Я почти доехал, но ты починил. Вообще великолепен. Я, кстати, могу тебе подсказать, можешь прокопаться от этого места примерно до... Если это недалеко, конечно, там до друга, чтобы можно было... Ну, технические туннели, понимаешь? Ага, а? Вот эти вот говёные комнаты, да? Да-да, там как вы любите.
дерьмовые ветки. Дерьмовые ветки и станции. Все. Вот так, как тут происходит. В общем, если вам что-то нужно куда-то повезти, вы знаете, кого звать. Да. Короче, я правильно понимаю, что мы начнем играть в Террарию, и нам нужно будет метро от одного конца карты до другого. Это к тебе. Конечно, легко. Трехъярусно сделаю. Я это почти сделал, играя в Террарию. Зовите просто... меня. Я добуду турель только сначала. То есть турель сначала для Террарии. Хотя нет, у меня есть уже пара персонажей с кучей дрелей. Я слышу фарму. А, так поломки на таб отображаются. Да ладно. Да, я только сейчас вспомнил. Так, я починил. Чёрт, топорик. Топоры, я выбираю туда, вас. Я туннельная крыса, я лажу тут по этому метро и чиню его. Ну вот, блин, да, реально скамен. Заскамлен. Заскамлен. Кевин заскамлен. Это при том, что у тебя бонусы еще дарк. Ой, у нас тут большой красивый. Чё, кто? Да где? О, красивый. Здорово! Детонатор. Вовчик, ты чё такой? Ты чего такой красивый? Да. Остужаю, жужу. Не остужаю его, пока КП много. Я приеду, я не знаю. Сейчас дожгу! До свидания. О, бой, он взорвался. Мне всё равно не мёртв уже. Внутри и снаружи. Ща. Мёртв внутри, мёртв снаружи. Но подниму и тебя я. Блин, а опять эта хрень не работает. Стандартная мафиозная схема, да. Давай. Как-нибудь устроим. В общем, я что хотел сказать-то, Валта? Да. По моей истории я так-то немного немало представляю военные структуры. Оу. Великолепно. Какие? Да. Космические. Космические? ВКС? Военно-космические силы. Да. Фига. Круто. А ты можешь устроить пропажу со склада дичи-гигантов? Зачем? Ну, контрабанда, оружие у мафии, это один из списка доходов. А ты что думаешь, Сэм Волтер знакомил? Типа все было задумано изначально. Миниганы — это прошлый век. Ну, смотря чем заряжены. Так что, давайте, не надо. Что... микроракетами. Ну вот, миниган заряжен микроракетами. Это болтер, это миниган болтер, Максим. Это миниган болтер. Да. Ну вот. Поднимите. А не, я выжил. Окей, мы почти закончили. Еее. Минимальное количество сна. Еее. Я получил достижение, мне внизу хорошо. Андрей, ты меня тебе по гроб жизни должен. Максим, сколько раз ты мне по гроб жизни был должен? Я с какого перепугу? Ты мне туннели, что ли, строил? А кому-то ты мне туннели строил, Максим. Подожди, я помогал строить туннель, давай не надо. Я вам вообще-то туннель строил. Да. Вместе с Ланаром. Это была наша команда. Так я тоже строил туннель, давайте не надо. Ланару и Вольтеру То есть, типа, я не строил туннель. Ну, понятно, все понятно. Мы тоннельная команда. Ты кинул три таблетки. В смысле три таблетки? Я там одну платформу, только три таблетки потратил. Печеньки. Так что не надо принижать моего легендарного вклада. А, ты по трубе проехал, должен был косарь отдать. Так я себе и забрал. На трубу сел должен. Типа, подождите, труба моя, зарезервирована. Где это? А мы уезжаем или нет? Где эта штука? Вот она. Я, блин, от месяца не могу добежать. А, во. Да. Отправляй ее к чертям собачьим. Да. Чекаем. А, так дропот уже приехал. Пи-пи-пи-опу. Я уже все сделал, пока ты думал. Заходи уже. Заходи. Нет.
Я отказываю! Ладно, похер на эти же скропы! Зайди внутрь! И все это время скропы бегал, серьезно? Не, оно мне почему-то во время волны последней выпало. Че ж тут? Да ты где-то по пути собрал, походу. Да он, наверное, всю игру в карманах таскал, лишь бы нам не отдавать. 10 из 10. А, боги, мы это сделали. Но... можете в это поверить? Мы это поверили. Мне кажется, это дурный сон. Смотри, сколько кропы. Коп, да. 10 тысяч опыта, 8 тысяч денег. Я буду проклинать этот день. Опыта очень мало. Да. Угу. Вот когда я 40 тысяч опыта получил, тогда мне понравилось. Ну, за миссию. А, не, ладно, может, чуваки, спасибо за стрим. Двойным опытом. Да, спасибо. Давай, за да, вот. Спасибо там, за игру. Да, спасибо с знакомством, короче, Золонар. Может, еще как-нибудь пересечемся. Вот так. Тогда за. Спасибо, до скорых встреч. Да. Надеюсь, еще увидимся. Да, пока. Ну, и Волтер с тобой в среду увидимся. Обязательно. Ну ладно, всем пока. Спасибо всем за игру. Пока. Спасибо за игру, ребят. Вольтер, спасибо. Тебе спасибо за метро. Yeah. Стрим. И Золонару спасибо за метро. Да. Всегда.